Хотел ли он отомстить судье за некачественное судейство после свистка и закончить с футзалом? Была история. Да я самый противный тип, наверное. Я один из самых противных типов. Я человек, который разрушает футбол. Самые жесткие потасовки и стычки на футбольном поле. Ты цепная собака профессионального нашего футзала Киева, как минимум. Но так как о тебе знают абсолютное большинство, кто любит и смотрит футзал, то меня знает как бешеную собаку, которую прибить давно надо. Наш любительский уровень дна футзал. Я открываю дверь, выхожу с машиной, что ты делаешь? Это что, не меня? А он, походу, или местный какой-то, не знаю. На Березняках. Начал меня мат. Я говорю, ты что, не понимаешь? Будет больно. Не лезь ко мне. Но раз у вас есть такая возможность, раз вы приходите, вот даже ты, это же у тебя, наверное, первое большое интервью. Такое. Первое, это 100% первое. Будет ли у тебя еще такое интервью? Приедет ли тебе после меня Дима Гордон вторым? После меня уже он будет. Вопрос. Почему вот на этом интервью, когда вы знаете, я не за все говорю, я говорю за тех, кто знает, о чем я говорю. Когда вы приходите, почему вы не можете здесь выложиться и рассказать то, что, как вы говорите, не принято? Потому что это такой период самый... Единственное, что там осталось, это боль. Это чистая боль такая... Она необъяснимая. Это чистая боль, которая, типа, ты не расскажешь. Даже те же полиция, это же тоже коррупция. Как бы там ни кричали, они честные или еще что-то, как они выписывают эти штрафы задними числами, сколько есть, да, моментов. Ну, то есть... В футболе это коррупция. Ну, ёшкин, ну сплошь рядом. Хочется побить, избить, убить, вывести в лес. Хочется очень сильно. А когда видео, куча сторисов, очередная голливудская звезда, какая-то девушка, без фамилии, без имени, неважно, это их не сторисы, когда она едет, снимает ночью со своим мужчиной, который за рулем, у нас пропуск, мы катаемся по ночам, и вот это под музыку, они по мосту Патона, по там. У меня жена, моя любимая, она просила показать. И все. Откуда? Мой Порошенко фанатик пляжного футбола. Порошенко? Да не трои. Куда? И он знает о тебе. Ну да, спасибо, таких там хватает. Я представляю, Порошенко приезжает на пляжный футбол. Подождите еще месяцок. Месяц. Через месяц он выйдет, это будет живой формат, это будет совершенно все по-другому. Это будет то, что вы многие из вас ждали и просили, а я к этому шел 3 года. Старый, но меня название смущает, тебя ничего не смущает, не? Да понятно, что смущает, блядь. Ты что, блядь? Ну у них и форма такого цвета. Дополнительное время. Много подрубрик разных. Фоторубрика. Показывайте фотографию футболиста, а я должен угадать, кто это? Нет, ты знаешь, кто это? А ты должен, нужно, это будет интересно для всех наших зрителей, вспомнить, так как первую часть нашего интервью ты, Горбушек, особо сильно не рассказал, ты просто разговорился. А вот сейчас мы подходим к таким моментам, когда можешь что-нибудь прикольное рассказать. Я тебе показываю фотографию, ты говоришь имя, фамилию. При этом ты улыбаешься, конечно, потому что ты их всех знаешь. И
быстренько вспоминаешь какую-то прикольную историю. А если я не знаю? А если не знаешь и не вспоминаешь какую-то историю, просто говоришь мнение об этом игроке. Хорошо. Просто то, что тебе первое приходит на ум. Балыш, ешкин кот. Юмор. Ну, это... Ты даже можешь проигрывать, блин, но ты уйдешь с настроением таким интересным, специфическим. Это железяка. Вот юмор именно такой, да. Юмор. Юморист. Ваня Дробашко. Ой, это парень такой серьезный. Он как и футболист. Что он сделает на десятках? Конечно, мышцы потом рвутся, но десятки бьет он сильно. Через раз. Классный парень. Вадьку. Артист. Никитос. С Никитосом с самого практически детства мы с ним. Много, конечно, этих. История, да? Ну, опять-таки, да, в наши дворы. Я просто помню этот именно сам подход такой. Мы приходим на тренировку, а у Никитоса бровь рассечена. Ну, естественно, как бы это раз смотрит, говорит, Никита, что это? Там баскетбол играл, там, ну, сека это. Ну, Никит, ну, нельзя, надо же как-то следить за собой. Да. Я говорю, Найка, что такое? Да, говорит, гуси напали. Говорит, блин, хоть спотяжка. Ну, говорит, мы их вырвали, говорит. Поэтому, ну, то есть, именно такой подход. Он именно тоже юморной, специфический пацан. Классно. А, Бак, ты мне всех этих комедиантов показываешь, да, смотрю, сегодня? Тоже Ромчик именно на юморе такой интересный, техничный пацан, классный именно. Все. А это что-то меня сейчас грустно. А, это негодяй. Негодяй. Сирик. Юрчик. У нас специфические взаимоотношения с ним. В жизни нет, класс. Классный пацан, такой адекватный, с юмором, где надо серьезно, все. Но на играх... Если мы играем вместе за одну команду, все хорошо. Но вот друг против друга, вот, ну, бесит он меня, понял? Я знаю, я его бешу, знаешь, вот именно. Были ситуации, кстати, вот эта проблема с коленом, там Юрчик именно сделал такую ситуацию. Как бы он говорит, что типа не специально, но окей, это футбол, это спорт. Ну, что-то вот интересно. В жизни мы вообще классные пацаны, я люблю его. Всех люблю, все, кого показал. Но на игре я не знаю, что-то. Хочется больно ему сделать, понял? Что-то. Да, в принципе, все мимо. Юра на интервью, который мы с ним записали, входит в топ-5 лучших интервью канала за всю историю. Ага. Можешь и здесь поспринговаться, чтобы и твой выпуск где-то... То есть мне надо грязь наговорить, да? На него? На него наговорить грязь? Значит, ты, голова мандариновая. Что тебе сказать? Я тебя жду на поле. Скоро. Последний герой. Мел. Да. У меня есть такая штука, когда в меня верят тренера, ну, доверяют, не то, что верят, а именно доверяют и понимают мою специфику, да, сущность мою изнутри, то я намного лучше могу играть. Вот Мел, он первый, один из немногих тренеров, есть тренера еще, но он один из немногих, который именно эту штуку увидел во мне. И Манзана, когда мы играли, он прям, мы проговаривали все эти истории, тонкости, нюансы, и мы прям, он направлял меня в этом Какой-то плане. Пример. Энергию, помнишь, когда мы бомбнули? 6. Мы играли Кубок Украины. Перед этой игрой момент у меня за 3 дня щемануло спину. Это когда старого деда ты включаешь. Ну, в принципе, как и сейчас, но там чуть-чуть посерьезнее было. И он говорит, ты типа, ну, я ему, Юр, так и ну, Мел, типа, извини, ну, типа, я не больно. Он говорит, не, говорит, не может, я без тебя, говорит, как это без тебя, ты что, говорит, ты главный сейчас, ну, типа, без тебя не пойдет. И он, мы через врачей, через манипуляции и через разговор, что давай, пожалуйста. Ну, то есть он поддержал меня и дал мне, типа, знать, что он в меня верит, и он ждет меня. И меня это больше, типа, как мотивировало.
И мы потом вышли на энергию и просто в тот момент реально туда снесли. Вот это вот вера, поддержка и понимание, что я кому-то нужен, меня мотивировало быстрее это все сделать. И вот так вот. Как-то так. Друзья, теперь каждый мой подписчик в Инстаграме, коими вы и являетесь, сможет попасть ко мне в программу с СОИщим. Для этого вам ничего не нужно делать. Я буду сам выбирать одного из вас и вставлять в одну из рубрик программы под названием «Фоторубрика». Показывая вашу фотографию, мои герои будут рассказывать о вас и высказывать свое мнение. Под рубрика «Вопрос выпуска» тут я любую тему задаю, но меня последние месяца убивает, раздражает то, что это больше не о футболе, это больше вот о жизни в нашей стране. Раздражает, я уверен, большинство абсолютно людей, и тебя, когда ты об этом слышишь, читаешь, коррупция. Вот я последний момент читал недавно в новостях. Я его просто прочитаю, потому что даже покажу тебе, потому что это газета, это не я придумал. В Северодонецке оккупировано. Зробили закупівлю на 38 мільйонів гривень. Там йде війна, я напомню. Да. І коли спросили, нахрена ви це делаєте в місті, який окупірован, і тут в будь-яку секунду розбомбляться, вони кажуть, ми просто віримо в наше будущее. Тобто розпилили бабки, купили ненужну фігню. Це от просто я прочитав от буквально недавно. Я уверен, що ти теж наверняка где-то что-то слышишь, читаешь. Сейчас это абсолютно. Я понимаю, что ты тоже негативно к этому относишься. Но тем не менее, вот я просто хочу услышать твое мнение. Коррупция, конечно, негативно, особенно от государства. Сейчас она сплошь и рядом. Асфальт, который положили, через неделю опять его ложат. А барабаны, не? Да. Нормально? Ну, им по голове бы постучать получше, этим барабанам. Наверное, настучали по голове им уже чуть-чуть. Ну, такое. Честно, когда пацаны гибнут, ну, то есть знаешь, сколько есть вот сейчас, да, новостей, серии, там, помочь там военному или помочь там, там, в закупке каких-то нуждающих там вещей, те же машины. Я знаю, что такое машина, бляха-муха на войне, не дай бог заглохнет или еще что-то, ну, блин. И они просят там обычных людей. Эти же бабкоеды, которые сидят там в своих этих кожаных сиденьях, ровненько. И вот этой фигней страдают. Ну, к сожалению, ну, я надеюсь, мы когда-то придем к тому, что наказание этой коррупции. Вроде как идет какой-то сдвиг, да? Но я пока не могу следить. Поверь, столько есть схем, очень много схем. Коррупция на коррупции, схема на схеме. Не уследим. Мы пока живем в этой среде. Я не скажу, что мы должны с этим привыкать, но бороться обязательно нужно. Но даже те же полиция, это же тоже коррупция. Как бы там ни кричали, они честные или еще что-то, как они выписывают эти штрафы задними числами, сколько есть, да, моментов. Ну, то есть в футболе это коррупция. Ну, ешки, ну, сплошь рядом. Хочется побить, избить, убить, вывести в лес, хочется очень сильно. Очень сильно. Негативно. Но я могу признать, что, я не знаю, будь у меня 10 миллионов, не распилил бы опять. Но я бы точно знал, что я бы сделал хотя бы так, чтобы ко мне не задавали вопросы. Ну, типа, я бы сделал. Может, не купил бы там золотой гранит, а какой-то послабее чуть-чуть там асфальт. Чуть-чуть. Но я бы его сделал бы. Но я не скажу, что я, может быть, все прямо отдал такой честно. Ну, дай тебе 10 миллионов. Ну, честно. Все 10 бы вложил. Сказал, вот тебе 10 миллионов, сделай мне вот эту вот дорогу. Все 10 вложил бы. Честно. Мне много вариантов было, когда это были в гривнах суммы. Там 10, 20, 30 тысяч суммы. Не взял ни копейки. А мог? 10, 20, 30 тысяч? Да. Или гривен. Да ну, старый. Ну, я тебе говорю, нет, знаешь, когда, тут миллионы. Же, ты понимаешь, тут же не только с суммой дело. Тут просто взять. Не, смотри. В маленьких масштабах нет. Ну, я нет. Маленький. Я тебе говорю, больших. 10 лямов долларов дали. 10 лямов долларов. Поставил мне асфальт. За 20-30 тысяч гривен. Следующий вопрос. За 20-30 тысяч гривен, ты что, я тоже ни копейки не возьму. Там нечего брать уже. Утром сегодня, я не знаю, как, ну, это вопрос я еще тебе задам дальше. Как
там, у тебя утро начинается. А у меня утро сейчас начинается, ну, понятно, новости, телефоны, занимаюсь командой, соцсетями, Инстаграм и т.д. и т.п. Не буду делать рекламу этому клубу ночному. Я думаю, ты тоже слышал. Ночной клуб в Киеве, в центре города. И как он, Ткач, знаешь, расследователь Ткач? Нет. Один из самых наших крутых, который самые такие расследования. И чувак стоит ночью, вот так вот с камерой, говорит, смотрите, вот улица, 3 часа ночи, смотрите, сколько машин, вот такси подъезжают. То есть работает клуб, просто работает на полную. Он говорит, почему им можно, а остальным нельзя. Он говорит, мы вызываем полицию, и при, ну, как бы, видео, вызывается полиция, приезжайте, работает ночью клуб, комендантский час, куча машин, движ Париж. Не приезжают. В этот клуб не приезжают. Это нормально? Страна своих стандартов, это раз, а во-вторых, это ненормально. Это ненормально сейчас. В войну. Ненормально. В то время, опять-таки, ну это все нормальные будут так говорить. И, да и ненормально этим прячется, что сейчас же война, там пацаны гибнут. Блин, нельзя, нельзя, сам пойдет в этот клуб. Нет, это ненормально. Я тебе больше скажу, на Ленинградской площади я недавно проезжал, как же это называлось, на углу. Стрелка? Вот стрелка, только с другой стороны. Где-то 7 вечера. Я проезжал домой, ехал, смотрю, стол какой-то стоит, накрытый там стол. Думаю, что это за стол? Смотрю, а там движ, Париж, танцует, музыка играет. Ну, наверное, до 11, до 12, скорее всего, быстренько убиться в хлам и домой пойти завоняться. Это ненормально вообще. Надо, мы или вместе, или не вместе, то есть, как бы, или хотя бы не драконьте тех людей, которые действительно там, их там, сыновья или дети, ну, точнее, дети там, или мужья, да, уехали, а она сидит там с детьми, там, или там мама ждет своего ребенка с войны. В это время там чудачки с чудаком, блин, которые там бухают, блин. Ну, идите, снимите тогда, там, спрячьтесь, исчезните, чтобы вас не видно было тогда, если там прям такая необходимость у вас есть в этом. То, что клуб, ну, это опять-таки, это люди, а вот как клуб, типа, функционирует, ну, типа, ты же как директор, ну, типа, ты серьезный, типа. Не, может, он, конечно, снабжает нашу армию, как вариант, но я думаю, вряд ли. Думаю, максимально, наверное. Может, даже где-то там скоробцы, типа, из серии, типа, вот я ж даю что-то там, типа, подкинул там косточку. Как нам? Косточку дают и все. Мы же, типа, работаем под... и даем. А когда видео, куча сторисов, очередная голливудская звезда, какая-то девушка, без фамилии, без имени, неважно, это их не сторисы, когда она едет, снимает ночью со своим мужчиной, который за рулем, у нас пропуск, мы катаемся по ночам. И вот это под музыку, они по мосту Патона, по там, по Днепру. Я иногда слышу, ездят звук на мотоцикл. Да что ж такое, я вечно думаю, что эти летают где-то уже опять, приперли себе мопеды эти их. Мне кажется, люди забыли, что война. Максимально забыли. А и затихает. Ты посмотри, сейчас снова же новости. Оно вроде как бы раньше, ты посмотри, как это было прям в глобальности, да, истории. Сейчас начинает это по чуть-чуть. Понятно, ты просто смотришь новости. Я не успеваю смотреть. Но я даже когда не смотрел, я прям видел. А сейчас я перестаю видеть. Я вижу, я вон в центр съездил вечером, там по делу надо было. Такой движ Париж людей, прям действительно нету войны. Ну, все хорошо у нас. Ну, типа, как будто и ничего нету. Как бы, ну, с одной стороны, как бы тоже и запрещать нельзя. Типа, гулять. Ну, вроде человек гуляет там, но они вышли гулять, еще что-то. Ну, должна быть какая-то этика, должна быть, типа, какие-то морали чуть-чуть. Ну, не перегибайте. Гулять ты не можешь запретить. Пусть гуляют, типа, пусть веселятся. Гуляйте. Веселитесь, да. Это да, бизнес, это да, налоги, да, это да, все хорошо. Но не перегибайте. Но не ночами. Нет, когда мы с тобой в 11 хотим, в 12 хотим быть дома, потому что комендантский час. Законопослушные гражданины мы. А кто-то едет у нас в пропуске. Ребята, все фа-фа. Ну что это за отношения? Ну это же все видят, смотрят. Это ты представляешь, до какой степени умный человек едет, снимает. Ну, то есть, как бы.
показуха, вот это, знаешь, типа, мне вообще не нравится вот эта тема, ну, вот, когда вот эта показуха занимается, или о жизни своей, там, а вот я там где-то там на море, или еще где-то, мне это не очень нравится. Это вот, ну, как-то, ну, вот свою жизнь показывать. Я когда-то был там в Инстаграме, да, в этом там, что выкидывал, то редко этот, ну, зачем Инстаграм, разве что показать, как у меня круче, чем у тебя. Ну, у меня круче там или еще что-то. Это мое личное. Все, не хочу я показывать. Я семью свою пытаюсь. У меня жена, моя любимая, она попросила показать. Сейчас покажешь, подожди, не спеши. Да. Как раз. И этот, она там, да, мы как бы, у нас есть иногда, типа, в этом плане разговоры. Я говорю, зачем? Ну, типа, я не понимаю. Ну, не понимаю, ну, зачем показывать? А когда ты показываешь, типа, вот мы по ночам ездишь, для кого? То, что ты молодец, то, что ты нашла там кого-то, у которого есть пропуск. И это тоже лунтик едет именно, блин. Это вопрос больше к нему, чем к ней даже. Да, да. И тот, там... кто выдал тоже этому, да? Лунтику. Сейчас, я чувствую, будет минимально ответов. Минимально. 4 запретные темы. Политика, религия, деньги и личная жизнь. Личная жизнь. Это не выбор. Это я тебе говорю, что тебя ждет. А, то есть ты будешь сейчас задавать мне по этим вопросам? Да, конечно. Причем прямые вопросы. Прямые. Поэтому и называется запретная тема. Ёпарас. Не, все, поехали. Религия. Начнем с нее, потому что прикольно. А, у меня нет картинки, ну ладно. Религия. Во-первых, вопрос звучит так. Веришь ли ты в Бога? В какого? Ходишь ли ты в церкви? Бог здесь. У каждого он свой. Если он здесь, значит, верю, хожу, да. В церкви ходишь? Да. Ну, я не хожу, как должно быть, но... Когда хочешь? Да. Как правильно сказать? Придерживаешься ли ты праздников? Крещения? Религиозных? Да. Не скажу, что на постоянной основе. Крещение хочешь купаться? 2 года ходил, да. 2 года назад или 2 года в прошлом? 2 года подряд, да. Зачем? Решил, что это все-таки надо. Вот, нет, даже не 2. Дом. Нет, я тебе сейчас соврал. После мамы я не ходил. До мамы ходил 2 раза. Чтобы что? Ну, было такое состояние, что позыв мне шел, надо сходить. Наверное, окунуться. Такое душевное, типа, знаешь, что надо. Во-первых, я никогда это не делал до этого момента, да. Во-вторых, вот что-то у меня такое, не знаю, как на кру, да, или там, что надо попробовать, надо так делать, так должно быть, да. Хотя вроде эта религия, она каждая по-разному. Я не все религии, не всем церквям могу зайти. То есть это специфический такой вопрос, именно прям. Бог здесь, захотел, пошел, не захотел, то есть не хочется, я могу не идти, или как по состоянию своему. Ты пошел по религиозным понятиям или по здоровью? В тот момент пошел по, наверное, больше психологическому состоянию здоровья. Смотри, вот человек, который не понимает, о чем мы говорим, молодой какой-то парень, говорит, в смысле, что такое... Крещение для тебя, когда ты пошел, вот. У тебя, когда ты родился, тебя крестят, да, в воду окунают. Это значит, тебя свято, да, грубо говоря, омывают и дают тебе новую, грубо говоря, вот плоть там, и все остальное, и твою духовность. То есть это, грубо говоря, опять-таки, каждый может по-разному формулировать, но это, грубо говоря, вот накапливается у тебя много энергии, да, какой-то. Я вот образно говоря, есть праздник в определенный момент, когда нужно пойти. С периодом определенных веков это уже выстроено, именно эти даты. То есть в эту дату ты можешь прийти, грубо говоря, и свою духовность, грубо говоря, там окунуть свое тело и как бы грязь скинуть, там какой-то негатив скинуть. И, грубо говоря, снова-таки, опять-таки, ты выйдешь с этой воды, вытрися, ты в этот день... по закону не болеешь. Я 2 раза купался и реально в такой холод что-то попался. И я не болел.
У меня пальцы, я не мог одеться, когда это. Я первый раз когда сделал, я сделал ошибку. Надо сначала было руки и ноги одевать, а я сначала тело это вытирал. Тело вытер, а руки чик. Я носки не мог одеть. Я думаю, все, в следующий раз я буду менять тактику уже, значит, не подходит. Опять-таки, это все в процессе обучаемости. Я не говорю, что я святой, но меня таким образом, я и шел с таким посылом. То есть я хотел окунуться для того, чтобы как-то скинуть весь негатив, который накапливается, да, потому что его очень много бывает. Помогло? Легче стало? Ты знаешь, да. А почему перестал? После мамы я многое что перестал. Я не помню год в принципе. То есть, да, я функционировал, я там работал, я выходил на игры. Спроси меня, что там было, я тебе не скажу. Это такой сдвиг по фазе был серьезный. Он до сих пор там временами отаукивается. Потому что это такой период самый... Единственное, что там осталось, это боль. Чистая боль такая... Она необъяснимая. Чистая боль, которая, типа, ты не расскажешь. Такого. И, ну, как бы... После того периода много пока что поменялось. И отношение к жизни, и самому поведению. То есть и до сих пор выгребаешь с этих ям. И почему ты говоришь, там, что самое там, для тебя страшное, это терять. Это терять действительно. Потому что когда ты теряешь, ты никогда больше это... Никогда в жизни. А как ты относишься к тому, что... Детей крестят в церквях за какие-то фиксированные деньги, причем не маленькие. Просто твои отношения. Я очень негативно отношусь к таким церквям. Один вопрос, когда люди готовы дать. Ну, образно, да, есть батюшка, есть сам процесс, и он сделал дело, и люди подходят, вот возьмите. Это один разговор. Но когда типа прям выставляется прям фиксированная сумма, к сожалению, эти церкви для меня это тоже, я там неоднократно ходил, там, да, когда там надо, еще что-то. Я не любитель этих церквей. Они меня отталкивают, максимально отталкивают. И сказать, что я нашел церковь, я не нашел церковь. Я реально ищу ее. Там, где будет. Даже я могу прийти без копейки, без ничего, я знаю, что минимально хотя бы меня там пригреют как-то определенно, да, там поддержат или объяснят. А я не могу прийти в церковь, там, где свечка стоит, там, где 10 гривен. Нет, в этих церквях тоже можно приискать, нет денег, типа. Но они же посмотрят на тебя и скажут. Ну, подумают так точно. Поэтому я негативно отношусь к этой штуке. Бог, он, ну, это Бог, ну, да, ты приходишь к Богу через них. Они как слуги, да, ну, если так грубо сказать, то ну, типа, они должны это безвозмездно давать все. А уже человек сам готов, да, готов, не дал. Ну, то есть такое. Твое мнение, потому что есть абсолютно разные точки зрения. Одни говорят, это нормально абсолютно, другие говорят, понятно, что трэш. Батюшки, попы, Пашка Мерседес, он самый последний. Твое мнение, попы, батюшки, они должны иметь хорошие машины, хорошие квартиры, хорошие условия, одеваться в дорогую одежду, то, что не может себе позволить среднестатистический человек у нас в стране. Либо это просто трэш какой-то, потому что, как ты только что сказал, что все без денег, это Бог. И там кто-то может сказать, Иисус ходил в лохмотьях и да. Бесплатно. Да. Могут ли они ездить? Тут надо понимание, ну, как этот Мерседес у него появился? За счет чего? Вот за счет чего, наверное, вот этот вопрос такой. Если это за счет посетителей, которые приходят к Богу, и они там пожертвуют, ну, я думаю, Бог ему судья будет. Если, допустим, он помог кому-то, и это приехал там какой-то мужчина, который может, владеет этой техникой, подарить ему Мерседес и говорит, спасибо, ты мне помог там в жизни, там, спас. Ну, короче, неважно. И вот тебе Мерседес. Почему ему отказываться от Мерседеса? Пожалуйста. То есть, но этот Мерседес он может направить как и себе, может направить там ту же в церковь. Может, церкви не нужно. То есть там есть, да, определенные. Ну, то есть разные бывают ситуации. Как бы критиковать этих людей, ну,
Двоякое состояние. Такой хороший вопрос, он двоякий, потому что вроде как бы они слухи, да, и должны соответствующие быть, а вроде живут они не по своей специфике работы, да, или как это. Но вот чего, откуда? Ты же правильно сказал, работы. Ну, работы. Ну, как бы, да, плюс-минус. Работа. А это должно быть призвание это людей, призвание, жизнь, да, их не какое-то помогать. А у них это работа, кажется, да, так. Да. Кто-то и говорит здесь. Да. Поехали дальше. Политика. За кого ты голосовал? Нет, не за кого. Почему? Я им не верю. А вообще в жизни голосовал за кого-нибудь? Голосовал, и все мимо кассы. Поэтому, ну, опять-таки, знаешь, когда приходит долг, типа говорят, долг, все остальное, мы должны, блин, так хоть все мы втроем сейчас проголосуем, четвером, пятером здесь, да, все равно у того будет ноль, ему надо будет его сделать. Смысла даже уже ходить, реально. Ну, типа, блин, оно так видно. Мне это просто даже раздражает, мне бесит. Мне бесит вот эти истории, когда начинают предвыборные кампании, сразу все просыпаются, блин, и деньги появляются, и гречка, блин, еда. Все довольны, только их выбирают, проходит время. Не слышно, денег нет. Ну, блин, до такого абсурда доходит, честно, именно, блин, и смех, и грех, как бы. Не верю. Доволен ли ты нашим президентом, его работой? Даже до войны? Даже до войны. Я так скажу, не могу я полностью сказать, насколько я буду доволен, но то, что он новый и есть вещи в изменении, это да. Это да. Он начал эти какие-то там показательные казни делать. Но только опять-таки, кому-то делает, кому-то не делает. Это тоже видно. То есть есть вещи, да, там направление развития нашей страны, но и с другой стороны есть, типа, блин, и вопросы. Как бы, но это пошел сдвиг. Это уже плюс. Во-вторых, он другой, ну, опять-таки, до войны особенно. Он был другим. Сейчас, конечно, это я представляю. Ты представляешь, как ему... Там психика летит, ну просто сколько же людей с ним работает, там это ж с ума с этим можно. Я доволен, что он новый. Ну, я имею в виду, что это не вот эти говорящие головы, которые там, да, именно, которые мы уже привыкли, и они только сугубо меняются. Этот Порошенко, когда вот этот, когда эвакуация была, да, в видео, когда он стоит, а вот автобус, и чудак идет, слышь, да пошел нахер. Блин, какой же он крутой, этот чувак был, да, именно, и тут стоит и держит. Молодец, блин, молодец. Это Тимошенко, то на инвалидке, то еще что-то. Пуля в лоб. Ну, короче, они сами себя зарывают, но опять-таки, мы сейчас сидим, да, с тобой там плюемся, они где-то сидят при своих бабках, накопили и даже не думают, что мы даже существуем, понимаешь. Им наплевать на нас. Откуда? Мой Порошенко фанатик пляжного футбола. Порошенко? Да, не трои. Куда? И он знает о тебе. Ну да, спасибо, таких там хватает. Я представляю, Порошенко приезжает на пляжный футбол. А он, мне кажется, он не знает, что такое футбол вообще. Он знает, что есть Украина по-большому, и все, наверное, и все. И закрыли вопрос. Конфет привезет, да? Ну, обязательно, это же с пустыми руками, это же их не работа. Выиграйте чемпион мира, привезет конфету. Пусть сначала разберется с бизнесом в России, со своим, блин, а потом будет рассказывать, тут ходить. Ну, опять-таки, да, но тоже вот ситуация какая случилась, а по факту, ну, и опять, как можно было пиариться? Ну, типа, да, вот тоже Притула. Понятно, пошла частично пиарство, еще что-то, но поначалу чудак, ну, реально тихонечко работал. Он мне нравятся такие люди. Когда, типа, по меньшей степени там слышно, видно, они работают, функционируют, что-то приносят. Понятно, о них узнают, и кто-то, да, там, начинает там о них рассказывать. И они уже раскрываются, видят, что, может, за этого, за счет этого истории можно как-то помочь там в дальшем направлении. А когда этот стоит, и вот автобус, блин, с этой камерой, и пошло не по плану, наверное, прошел левый тип какой-то, так бы, а тот заснул, который должен был идти и сказать, да, спасибо большое, спасибо, там еще покушать, ой, класс, какой вы классный, я за вас голосовать буду. Ну, блин.
Честно, смех и грех, блин. Ловят тетю с партии президента на взятки $5000. Так. Она их выкидывает через забор. Читал это? Да, я видел, да. И ей суд дает $1500 штрафы и отпускает. Мам больше выкинула, чем заплатить надо, да? Скажи мне, ну вот, у меня даже нет эпитетов, чтобы назвать, понял? Этот абсурд полный. А чувак, который украл голодную колбасу, которому жрать нечего, не может найти работу, ему дают 5 лет. Да, да, да. Это есть такое у нас. Ну, это не только у нас. Там у многих такое. Что ты хочешь, чтобы я прокомментировал? Кто из них кто? Кто из смотри, них? Смотри, давай так, с колбасой. Чувак, у меня есть моменты в жизни, я с разными общаюсь людьми, и есть люди, которые, да, у них нету дома. Мне иногда просто узнать историю, ну как так получилось, да, типа. Был момент, я помню, что у меня было там в кармане вообще там мелочь. Бывают такие моменты, когда мелочь, нет денег, бывает. И я на маршрутку садился, это давно, 45-й, подходит ко мне парень молодой, без дома, и говорит, можете мне купить клубнику? Именно не денег, а именно клубнику. Я говорю, ну пошли, типа, как бы этот, я ему покупаю эту клубнику, последние деньги, иду пешком домой. Ну, а я говорю, а как так? Ну, типа, ты же вроде молодой пацан, все остальное. Ну, он рассказал свою историю, да. Я говорю, а почему ты не работаешь? Ты же молодой, почему ты не работаешь? Все же хорошо. Ну, вот, потому что дурак, типа, алкоголик, спился, типа. Ну, понятно, у него был слом в жизни, его никто не поддержал в этот момент. И все. То есть, опять-таки, ты молодой. Кто тебе мешает пойти зарабатывать? Никто не говорит, что ты станешь сразу же. Но если ты по чуть-чуть, а не будешь ныть, ты заработаешь на эту колбасу. Согласен? Конечно. И воровать. Есть моменты, я не говорю, что все моменты. Есть моменты, конечно, как бы. То, что эта женщина с $5000 выкидывала через забор, да, дают этот... Блин, ну это бред, смех, опять клоунада очередная. То есть, почему у нас президента, ну, как бы, он не может за всех отвечать. Он отвечает сугубо за свою семью, да, сейчас там, за свою, это за кого он именно прям конкретно может, я думаю, это и то. Могут, не знаю, как там это все у них. За остальных он берет сугубо людей по работе, как они работают, функционируют, да, наверное, ну, это как правильный, как бы, человек. Ну, я же не знаю, что бывает. Есть много людей, которые реально мозговитые, но наркоман. Есть много людей, которые умные, а они алкоголики. То есть, понимаешь, такая специфика. Поэтому то, что она там бестолковая, любит деньги. А кто не любит деньги? Ты любишь деньги, честно скажи? Мы говорим не за нее. Мы говорим... Я нет, кстати. Я нет. Даже 10 миллионов на асфальт? Я не умею ими управлять, поэтому я не богатый человек. Я говорю за другое, за нашу судебную инстанцию. Судебную? Понимаешь? Слушай, мы, честно, если бы могли хоть что-то изменить, ну, я думаю, мы бы, каждый, кто-то бы уже начал бы это делать. Мы можем говорить, мы можем писать, им до лампочки. Они не знают даже, как нас зовут, они не знают, что мы есть в жизни, понимаешь? И даже если мы будем фактами, их люди фактами, которые, да, если это работа прям у них, они прям смотрят, выписывают, и хорошо, они вот там 1+1 там или какие-то каналы, да, когда раскрывают эти все, и что дальше? Чудак как ездил себе на Мерседесе, как она выкидывала эти бабки, так и будет. И это пока именно там среди них и эта грязь не начнется. Просто когда я начинаю говорить о президенте, я имею в виду, что мы же выбираем президента, чтобы изменилось в стране в том числе, а может и в первую очередь это, ибо безнаказие, безнаказанность порождает беспредел. Понимаешь? Мы же для этого, да, сейчас война, сейчас можно сказать не до этого, все, до этого были годы, но до этого были годы. Ну, до этого были годы. И когда мы говорим, что мы ничего не можем поменять, но во Франции на 2 евро бензин подорожал, вышло полгорода, полстраны вышло протестов. И сразу назад все вернулось. Хорошо. Пожелаешь выйти? После войны. После победы. А я думаю, после войны будет изменение.
Мы не можем загадывать. Давай начнем с того, чтобы эта срака закончилась. Там запищать надо это, вот это слово. Давай. А только оно закончится, я думаю, что поменяется много. Не поменяют, мы поменяем. Я тебе больше скажу, поменяют даже те ребята, которые приедут. Вот это самое. И они первые начнут это менять, да. Скажут, послушай, так не пойдет. Да. Тебя там не было, Порошенко. Вон они его первого будут, наверное, хватать, я там нету. Так что давай, наверное, свои бизнесы или сворачивай здесь, тогда тяни ногам дорогу отсюда, давай. Или там сворачивай, а здесь давай будем развивать всю нашу историю для будущих детей. Потому что мы все сбитые летчики уже, по факту. Мы это только молодое поколение, которое маленькое, которое, это для них сейчас все делается. Очень хочется, и мы очень надеемся и ждем победы, но... Дальше будет тоже нам непросто. Когда ребята придут, начнут требовать, а те скажут, погодите. Проблема будет первая какая. Мало что требовать. Во-вторых, ты же понимаешь, с каким они приедут чемпионским гонором. И состоянием. И состоянием. У меня уже частично на районе выскакивают пацаны с проблемами. До такого абсурда. Прям хавайся. Оружие сейчас будет тоже хватать. Нам надо будет это все, конечно, пережить. Это не маленькая работа, это колоссальная работа. Почему президент, я думаю, что он это понимает, но у него не хватит времени это решить. Это его помощники должны делать. Он решает глобальные сейчас истории. Глобальные. Которые, сейчас, да. А потом уже после войны, я думаю, он уже больше сюда... В большей степени будет интересно это все заделать. Твоя самая любимая в скобках тема – деньги. Задаю тебе прямой вопрос, а ты как ответишь, так ответишь. Сколько на сегодняшний день Ярослав Заворотный зарабатывает в жизни? И на чем? Да сколько не дай, все время мало. Это понятно, поэтому ты в агромате. И на чем? Это вопрос… Я никогда не задаю вопрос, кто зарабатывает. Я оценю себя. Это мое сугубо дело. Я знаю, есть пацаны, которые, как говорится, знаешь, кто на кого учился. Есть пацаны матерые, которые выбивают с ничего что-то. Я не из таких, я как считаю нужным, да, и от предложений, и всех остальных я отталкиваюсь. И, естественно, я там плюс-минус знаю свою цену. Все, но я даже не знаю, у кого какие зарплаты. Мне это не интересная информация. Во-вторых, неинтересно даже по той причине, даже элементарно, это мы все люди. Вот представь, да, вот мы два игрока, ты работаешь, я работаю. Пусть даже мы на уровне, но я знаю, что у тебя больше. Да. Как ты думаешь, нормально буду относиться? Не, я буду нормально относиться, потому что у нас премия, все остальное. Да. Но я понял, все равно мы будем где-то что-то... Жабка. А так, послушай, это твое, я вот там, все, хорошо, это мое. И не надо лезть в мое. Так как я зарабатываю, и все остальное, это сугубо мое дело. Как, чем, сколько. Следующий вопрос. Сколько Ярослав Заворотный зарабатывает денег и на чем? Нормально. Зарабатываю я на своем... Все ребята, кто приходили, все говорили, рассказывали. Соврали, наверное, по-любому половина, но рассказали все. Не было ни одного. На чем? Как и как? Ну, допустим, я играю, например, я играю за команду скидку. У меня ставка там восьмерка, плюс премии, плюс 100, около 10. Плюс я играю там-то, там еще треха и там еще двуха. Премии плюс месяц. Говорят им на суммы? Да. Ну, ты просто не смотришь мои выпуски, мой любимый игрок. А так бы ты это знал. Я не говорю суммы. А так бы ты знал. Я работаю плюс-минус еще, мне работу дает скидка, я еще работаю в интернет-магазине, там еще восьмерка. Вообще без проблем. Кто-то говорит, плюс 100к, у меня фирма, я зарабатываю, я айтишник. Кто-то говорит, у меня с женой интернет-магазин, мы продаем там какую-то дистрибьюцию, плюс 100к. Вообще без пытай. Сколько, не скажу, но плюс 100. Кто-то говорит, меньше 50. Ярик Аксенов, ты видел выпуск с Яриком Аксеновым? Да. Человек прямо там сказал, насчет... вообще увожу, хотя Ярик по сей день. Я рассказываю там многим эти истории. Человек говорит, я не знаю, я считал, сколько я заработал. Там сколько, 80-90 тысяч. Я не буду говорить. Соври мне, плюс нам, не мне, а нам.
плюс-минус. Mm-hmm. Давай хорошо, давай по-другому. Ты играешь в команде «Агромат». У тебя там есть ставка и премия, да? Ты сейчас удочку и давай тащите. Ставка и премия, правильно? Так. Плюс, ты тренируешь детей, дюш-10. Да. У тебя, ну ты же не бесплатно, у тебя тоже там. Да. Еще где-то ты работаешь? Да. Где? И где ты работаешь? Не, официально я еще... Да не ну, надо. Не, у меня вот только футбол мой и футбол дети. И детей, да. То есть ты детский тренер и играешь в «Агромате», в «Директе» помогаешь? Да. Все? Да. Больше 50 тысяч или меньше? Ты посмотри, он начинает круг сужать именно. Больше или меньше? Ты даже посмотри. Не называя тебе цифру, мне ну, не нужна. Меньше 100. Точка. Да, все, поехали дальше. Любимая твоя тема действительно уже, личная жизнь. Расскажи, где и как ты познакомился со своей женой? Ай, какая класс. Познакомился, я был в Луганске. Тогда был бум первых вот этих вот соцсетей. Был «Контакт», а потом попал этот «Тусе». Не помнишь такое? «Тусе понадусе». Этой серии тоже типа как... типа как между Инстаграмом, что-то ВКонтактом, что-то Фейсбуком, угу. Типа тоже, типа, ну, типа, можно добавлять. Ну и добавил девочку красивую. Она с Киева. Начал писать. Ну, начали переписываться. Потом номер телефона. И я помню до сих пор, что с будущим кумом я в Луганск поехал. Была игра, по-моему, «Реал» с кем-то играл. И мы приехали в заведение, там все пацаны с Луганска собрались. Я просто всю игру, меня на номер скинуло, я просто всю игру за заведение стоял, с ней разговаривал. А потом уже, когда приехал в Киев, уже встретились, и так по чуть-чуть у нас развивались отношения. 15 лет, братан, памятник поставить можно. Вишки. Не, я люблю это. Она умеет и подбодрить, и вставить. И объяснить, и, ну, то есть это спутник жизни, да, который имеет и в плохие минуты она всегда здесь, в хорошие минуты она со мной, да. У нас сейчас замечательный сын, который тоже, много мы пережили этапов, плохих этапов жизни, но перетерпели, и так по чуть-чуть. Я терплю ее. Если или нету, просто вот так у нас. Все хорошо, любим друг друга, все отлично. Или есть какой-то рецепт семейного счастья? Рецепт семейного счастья? Вашей семьи. Нашей семьи, ну, наверное, понимание и... понимание, скорее всего. Понимание друг друга. Понятно, он не сразу приходит. Поэтому есть и те моменты, когда я говорю плохие. Но когда доходит, до меня доходит, и до Насти доходит, то понимание, ну, типа, что происходит, типа, то сразу все тогда развеивается максимально. Мы очень можем. Она импульсивная, очень такая. И я такой же импульсивный. Мы можем на эмоциях взорваться и также резко попуститься. Но если мы затянемся. Понимание потом, когда вот это какая-то ситуация, да, понимание, почему, что, как, надо все сладить, и оно сразу, и все нормально. Ну и любовь, конечно, любить друг друга. Это понимание всего. То есть... Говорят, что любовь живет 3 года, это не так? Может, у кого-то и живет 3 года, потом уходит. Вторая приходит, третья, я не знаю, может быть такое. У нас 15 лет. 15 лет. Полжизни. На этой милой, чудесной теме мы перейдем к не очень милым вопросам. А что ж ты это делаешь? Тебе грустно и одиноко? Подпишись на канал «Сосоевщина», ставь лайки, звони в колокола и будешь в курсе всех событий, которые происходят в футболе города Киева и Украины. Вопросы от зрителей. Подготовили тебе здесь достаточно вопросов на самые-самые разные темы, которые мы сегодня, возможно, не успели обговорить. Начнем с легенького.
Класс. Пляжка или футзал? Хороший вопрос какой. А я его разобью. Давай. Зимой футзал, летом пляжка. Это человек, который задал этот вопрос, он сказал, что я даже могу назвать, кто его задал. После того, как ты ответишь. Не боится, если да? Ты сам, да, не боится, если ты сам не поймешь, кто это. Хотел ли он отомстить судье за некачественное судейство после свистка и закончить с футзалом? Дробашка Ваня, что ли? Так точно. Да? Да. Была история. Ну, я все время ищу справедливость максимально. Неправильно это. Нету справедливости у нас в жизни. Но есть, да, которые черно по белому, есть какие-то законы, которым надо хотя бы минимально, да, как-то к ним, как это правильно так сказать, соответствовать. И был момент, да, когда мы играли, было это Интер-Донецк, мы играли за чемпионство, и я не помню, за второй тур до конца или за третий, то есть у нас задача была, если все три игры выиграем, мы чемпионы. И мы играли с командой «Грифон» на то, что судья был момент игровой. Меня, получается, как в штрафной площадке толкают. Я просто, ну, как бы физически падаю на человека. А он, ну, он стоял. И в этот момент, получается, он ставит и точку, и дает желтую карточку. Еще и желтую. Ну, типа, ставили точку, ну, типа... Я, ну, понятно, я эмоциональный человек, как бы, это есть минус во мне, но я его не исправлю, мне он нравится. Я говорю, типа, ну, понятно, я начал возмущаться, когда я уже сел, уже сел даже в зону замены, я не знаю, насколько громко я сказал, но я сказал, он с дальней бровки это слышит, бежит ко мне и вторую желтую, и красную. Когда есть законы, да, какие-то определенные, когда делается это прям уже в наглую, типа, блин, я не могу терпеть этого максимально. Я прям готов, прям могу, я могу. Не делал никогда, но состояние внутреннее всегда, что я могу это сделать и закончить так карьеру. Хотел пойти набить лицо. Да, потому что ситуация какова, если мы где-то хотя бы осечку, хотя бы ничью играем, все, мы мимо чемпионства. То есть весь тот процесс работы, вкладывание сил, как наших спортсменов, как руководство. И на чем? На ошибке, когда, ну, человек, окей, ладно, хорошо, ставишь ты точку, зачем ты даешь желтую? Я именно за желтую больше даже спылил. А может, и за точку тоже, я уже так не помню этот момент именно. Что, то есть это же не то, что я в него врезался, я даже мяч прикрывал, чудак мне сзади в спину толкнул, я не помню, кто из пацанов. Но как бы ты умеешь, ну, судьи — это своя специфика, у них своя команда, они по-своему это все делают, когда надо, они делают это. Ну и я возмутился, чуть-чуть, малость, самую. Мешал ли когда-нибудь алкоголь провести качественную игру? Я не подводил таких вещей. Ну, не делаю так. Если когда-то и стреляет такая штука, то у меня есть такая самодисциплина в этом плане. То есть, или, может, и было, если в молодости, если было, ну, так сказать, то нет. Сейчас это тем более табу. За что тебя не любят соперники и за что они тебя уважают? Да я самый противный тип, наверное. Я один из самых противных типов. Я человек, который разрушает футбол, понимаешь? То есть люди, трибуны приходят посмотреть, покайфовать, а тут приходит чувак и начинает всем все ломать. Забирает что-то. Ну, короче, ужасный, ну, просто ужасный. Поэтому, как бы, наверное, за это и любят, что, типа, кто играет со мной, да, ну, то есть могут быть уверены в том, что и я буду выполнять черновую работу, носить рояль. Ну, как-то так. А еще можешь кого-то назвать похожих на тебя? Ты говоришь, один из. Вот есть такие для тебя, вот в твоем понимании? Для меня, ну, если взять это, наверное, вот со старой школы, это, наверное, Мансуров такой был, такой вот парень. Из таких, кого я, моих поколений, ну, понятно, сейчас футзал финансово он просел,
максимально. Но с точки зрения развития он вырос. Он вырос. И сейчас, ну, нету таких чистых игроков. Но вот раньше старики могли позволить, вот как тот же Валик, да, Цвилых. Он в оборону, то есть в меньшей степени. Ильдар Макаев в меньшей степени в оборону, да. Но они очень сильные в атаке были. Были определены. Сейчас такое уже не позволишь. То есть должны все четвером работать либо на оборону, если мяча нету, либо в атаку, если мяч у нас. Поэтому как бы уже в меньшей степени так это видно. Ну, много футболистов, в принципе, таких, которые работоспособны в обороне. Ну, многие есть. Не могу, не хочу сравнивать, потому что это неправильно сравнивать. И я один такой. Я говорю за себя. Я один из. Я сказал, я один из. Как часто ты жалеешь за свои поступки на футбольном поле? Пройдя время. И то не всегда. Наоборот, я думаю, надо было где-то, может, сильнее сделать. Больнее. Ну, вот такой вот шизоватый тип. Не жалею. Выиграла, команда выиграла, все. Значит, все сделалось правильно. Если команда проиграла, значит, ты начинаешь сожалеть те моменты, а вот там воткнись, там взорвись, там нарушь тот момент, там, образно, сорви атаку на желтую. Ну, то есть, как бы, анализ игры, обычный анализ игры. Когда Ярик перестанет быть психованным на футбольной площадке и перестанет ли вообще? А это не Ярик. Не знаю. Никогда. А он такой будет. Я могу проседать. Я могу проседать психологически. Ну, все люди устают. Могу меньше эмоционировать. Но иногда я могу делать это специально. Специально эмоционировать. Для чего? Ну, допустим, идет игра, я вижу, что команда, да, как-то, ну, то есть я знаю каждый пацанов, знаю, как команда, а я вижу, что она проседает, ну, где-то чуть-чуть надо взорваться. Тогда надо вывести на эмоцию. Эмоция – это такая штука интересная. Вот надо вывести. То есть какая-то потасовка, какая-то грязь, какие-то разговоры. Даже на меня эмоцию вывести. Я начинаю эмоционировать, все начинают, я успокойся, да ты надоел. Ну, то есть, образно говоря, команда начинает шевелиться. Правильно ли я делаю? Многие говорят, что я делаю это все неправильно. Мне многие так говорят, да, особенно тренера, заканчиваю, играю в футбол. Я не умею играть без эмоций. Я и прихожу, в принципе, за эмоциями. Эмоции двигают. Безэмоциональность. Я пробовал как-то пару раз не эмоционировать. Ну, вообще прям неинтересно. А тебе фиолетово, что у тебя вот не любят вот за это? Мне без разницы. Фиолетово? Вообще без разницы. Вот, максимально. Ты Златан Ибрагимовича знаешь? Конечно, лично. Как ты думаешь? Фиолетово. Ну вот и все. Я пока еще не рассказываю, я пока не якаю, как он. Он же якает. Я. Я самый сильный, я самый крутой. Я говорю, я один из. Последняя драка где и когда? Последняя драка, ну, было, наверное, года 4 назад. На улице. Я ехал. Нет, это период этого локдауна, когда была эта история. Корона не спала, надо было деньги, то есть работал. И ехал уже домой, и выпивший парень стоял прямо на дороге. Ну, понятно, выпивший, я как бы там оцениваю. Ну, огромный такой. Стоит, встал перед капотом. Я остановил, ну, смотрю на него, как бы, ну, и показываю. Типа. А он берет и плюет, такой, прям плюет и на капот плюет. Я открываю дверь, ну, выхожу с машины, говорю, что ты делаешь? Ты что, не меня? А он, походу, или местный какой-то, я не знаю, на Березняках. Начал меня мат, я говорю, ты что, не понимаешь, ну я сейчас, ну, будет больно, ну не лезь ко мне, и все. По итогу его зуб у меня в зубах, в кулаке был, у меня он шрам до сих пор есть, зуб его, и менты поприезжали, ну, короче, будешь писать заявление? Я говорю, так куда ему на него писать, а он еще стоит, его друзья держат. Говорит, я тебя это, я говорю, боже мой, да ты свистун уже, все. Лучшая драка – это избежать ее. Это та драка, которая не состоялась. Самые жесткие потасовки и стычки на футбольном поле.
Это период Улисес. Мы играли тогда по второй лиге Киева. То есть мы были, учили в школе. Нас натаскивали на вторую лигу Киева. Мы были с мужиками. Я тогда до сих пор даже помню эту команду. Она до сих пор вообще красавчики. Она существует. Unreal. И мы играли малыми. А мы были как бы тактически не очень подкованы. Мы были технически подкованы, физически подкованы, кроме тактики. То есть именно чисто вот этой взрослой тактики именно. Где-то могли себе позволить там пяточкой сыграть, еще что-то, то есть это приводило. Но мы были максимально для взрослых мужиков, которые приходили в КПИ играть, получить удовольствие. И тут приходят пацаны, которые просто как сумасшедшие носятся, встревают, забирают мяч. И тогда я помню, даже я помню, Евдокимов играл, Ароновский играл. У них даже связка была тогда, на тот момент в Анреале. И они такие пацаны, которые с гонором, ну типа, блин, алло. А мы умели тоже шелестеть, там рассказать. И они там пару раз что-то сказал, два раза сказал. А мы да рот закрой, ну шкет. Понятно, они взбодрились. И пошла такая грязь, что родители, короче, с трибун послетали. Прямо вот со второго этажа летели, прыгали. И я помню момент, мне этот момент... Как тебе сказать, вот для меня она для меня не была жесткой. Меня просто в затылок кто-то вшатал. И ты как Моисей упал, и ты по воде. Вот так вот. Мимо драки. Пошел и сел. Раздевал. И сидишь. И я потом вот так со временем, у меня кусочки какие-то промелькали, типа какие-то моменты. Но на тот момент у меня просто ничего, у меня память не держала. И тогда, ну, со временем уже помню эти кусочки, как в раздевалке мы сидим, ну там... Тарас Владимирович, говорит, пацаны молодцы, ну типа характер, не продавились, пошли в драку, вратари с вратарями, ну короче, классика жанра. И мы сидим, и тут, ну как, всех все хорошо, да, и тут я вопрос задаю, а как мы сыграли? Тарас Владимирович, что? Ну как сыграли? Говорит, у тебя все хорошо? Болит что-то? Я говорю, да не, все нормально. То есть я функционировал, понял? Я функционировал, я ходил, я... мог рассуждать, но я сразу же забывал. Тогда я помню, мы на метро ехали, и Киря Цыпун говорит, как ты меня задолбал, говорит, вопросами, как мы сыграли. Я уже начал чудить. То проиграли. Говорит, ты расстроился? Говорит, как сыграли? Выиграли. Выиграли, класс. Как сыграли? Ничья. Ничья. Короче, говорит, и меня где-то держало так сутки. Я не знаю до сих пор. У меня ничего не болело. Я вот не знаю, типа, вот вообще, как это, да, вот. В теле человека такая штука, может, и мне ничего не больно было. А потом типа память осталась, ну типа, грубо говоря, я восстановился, но я не помню это событие. А со временем, там кусочками, я так когда вспоминаю, уже так что-то промелькает. Есть ли неприятные тебе футболисты в Киеве и почему? Ну, Щирика мы уже разобрались, да. Мы его уже не трогаем. Или покусаем его. Давай еще чуть-чуть куснем. Хороший, быстрый, наглый, противный, техничный. Еще и улыбается, бегает. Ты представляешь, вот это, блин. Это вот Эльдар Макаев. Возьму вот Шуста, да, и Эльдара. Ихнюю футбольную карьеру и тренерскую. Вот Эльдар, его, когда он играл, то есть он очень сильный был технически, тактически. И его, понятно, начали резать, ну, гасить. То есть меня, когда бьют там, да, я начинаю эмоционировать, типа. А он улыбался. Ну, просто на улыбке. Его снесли, он улыбается. Давай, еще давай. Ну, вот, знаешь, такое вот именно. Это очень сильно раздражает. Да. Шуня совсем другой был в футболе, да, просто какой-то сумасшедший тип. Я плохой? Да я плохой. Вы Шуню видели, ёшкин кот? Это я еще плохой. А тренера какие они? Зеркальные. Просто зеркальные. Тоже Щирик такой же. Может, на юморе. Гасишь, а он улыбается. Иногда это раздражает. И, ну, и это прикольно тоже по-своему. Ну, как ты знаешь, ну, когда ты выходишь на игру, есть твоя команда, есть команда соперников. Даже если там есть друзья. На поле это все, это поле. За полем, да, мы можем разговаривать, прикалываться, все остальное. На поле, ну, типа, есть у них премия, есть у меня премия, у каждого своя семья. И это нормально. Это нормально, если меня где-то там кто-то загасит. Хотя мы вроде
обнимались там перед игрой. Ну, типа, как бы я к этим вещам во время игры могу спилить, после игры там могу не подойти. Ну, шучу. Поэтому, как бы, нет такого, чтобы прям сказать, кто мне противен. Наоборот, я всеми горжусь, они интересны, каждый. Топ-3 тренера для тебя, с кем ты работал? Именно во взрослой или можно с детской прямо? Давай во взрослой возьмем, интереснее будет. Эльдар Макаев. Почему? Потому что футбол – это такая, ну, хитрость. Ну, футбол – это вообще хитрость. Это, вот, как ты говорил, казино, да, там вот это, вот из серии. Играли в казино. Футбол – это и есть казино, наверное. То есть, кто хитрее. Вот Илья, наверное, один из тех, которые пытаются не роботизировать это все, а именно по краскам играть. То есть вот я из серии, да, там линии обороны, он не заставляет меня. То есть играй свою краску, каждую краску. И вот эти краски он пытается сочетать, и чтобы не прямолинейный. Смотришь в одну, делаешь другую. Блин, вот это вот, это круто. Это вот, наверное, из этой серии. С кем еще? Ну, а пляжный мы тоже, да, цепляем? Давай пляжный. Тогда Николай Петрович. Почему? Потому что то, как он физически, да, и эмоционально переносит все эти истории по-человечески, наверное, он, ну, много как тренер добьется потом еще. Плюс он берет всегда не готовых игроков. У него был период, когда он брал нас, да, как из серии Сервита, когда мы были готовыми игроками, он нас взял, и его взяли. А он зачастую работает с пацанами молодыми, то есть молодежи. И он развивает эту молодежь. Эту молодежь это очень тяжело делать. Стариками, ну, то есть с игроками, которые уже готовы, работать все просто. Это деньгами. Хочешь, ну, то есть вот как я, играешь, все, на, плати. Если я начну что-то, ну, что-то делать не так, просто бьешь мне по зарплате, я начинаю что делать? Или задумываться, или сыпаться, или, да, значит, все, я, значит, здесь не нужен. С молодыми игроками там совсем другая история. Там надо именно, чтобы он верил. То есть это такой, типа, как именно, ну, ты вот тренер. Слово тренер. Тренер – это за кем человек приходит, и он говорит, о, я хочу с ним тренировать, чтобы он меня тренировал. Это немаловажная история такая. И он занимается с молодежью. И при этом все, молодежь растет, развивается. Да, ему хотелось бы больше, может быть, этой всей истории. Как-то так. Третий, наверное, Мел. Почему Мел? Потому что, ну, от себя. Я уже говорил, да, за Мела, за ту историю, что он верил, помогал, доверял. И вот, в принципе, он мне не указывал из серии «то не делай, все не делай». Делай, как считаешь нужным, а от тебя я буду отталкиваться. А во-вторых, он, почему именно как тренер, многое там можно говорить, да, там в его адрес еще какие-то есть и хорошие, и неплохие истории, но взять даже ту же команду с его возрастом, у него возраст не такой прям, чтобы прям взять и заходить и выигрывать ту же, те же там Кубок Украины, да, мы ту же энергию там причесали, там еще были хорошие позитивные моменты, там еще игр куча, там где именно Мел вроде как, можно сказать, ну это же типа не Виталик сделал, это футболисты сделали. Ну так, а футболистов собрать надо объяснить им, надо все равно хоть что-то дать, какую-то информацию. Поэтому и залазить не на самые там, да, есть были у него в карьере, когда он заходил там слабые какие-то турниры, но есть там, где надо заходить именно психологически устойчивым, как тренеру турниры. Кубок Украины это не, это серьезный турнир. И взять подбор футболистов, это еще ничего не значит. И сыграть при этом, это же не то, что мы на первом же туре вылетели, а мы хорошие дистанции проходили неоднократно. Поэтому, как бы, он, наверное, тоже, да. Тренер-тактик и тренер, который минимально влиял на тактический рисунок игры.
Ну, то есть, кто самый такой тактик из всех тренеров, с кем ты работал, и кто менее всего уделяет время тактике, как я понимаю? Тактик, прям тактик, это Ковальчик тактик. Он прям жесткий тактик. Вот у него должна прям игра была строиться прям чуть ли не по его сценарию. То есть до мелочей. И не дай бог эту мелочь. И ему по барабану. Вот Иля, да, вот взять Илю. Он говорит, не надо мне вот так ровно смотреть, типа, и смотри в ту сторону, а делай эту историю. Как бы, да. Этот же, не, все, прямо линейность. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. И у нас было очень много выходов с прессинга, с центральной зоны. Если команда села низко, аут верхний, средний, нижний аут, угловые, с той, с другой. И я что, по-моему, был момент, что я считал, что 50 комбинаций. Ну, если так сейчас скупо сложить, до 50 комбинаций. Понятно, мы когда посчитали, мы решили сойти, ну, понятно, мы, да, мы понимаем, но мы делали первую, вторую, там первую, вторую, короче, у нас до вторых доходило, хотя их было 7, там, 10, как бы, ну, очень много. Вот он был просто колоссальный, вот такой заштор у него. И, ну, у него не было подхода к игрокам. Он очень слабый психолог, и человечность у него на нуле с точки зрения именно человечности. Поэтому такое. А вот, ну, если убрать эту историю, то, в принципе, даже тренировочный процесс местами что-то интересное было. Чуть-чуть интересное было. Если кто меньшей степени на тактике, эти все решают. Ну, не, не может так быть. Все равно какая-то тактика есть. Нет такого, что, ну как, ты просто говоришь, с листа, вот, пацаны, вот ваша форма, вот туда забить, а здесь обороняемся, вот эти ворота, все, погнали. Ну, типа, не, ну я могу так сказать, в 16-му году. Пацанов, я говорю, пацаны, когда приходят дети маленькие, я говорю, так, задачу знаешь, я говорю, вот это вот туда забить, здесь защищаем, понял, понял, все, давай. И понеслась. Одна-две истории, когда тренера своими тактическими решениями ламывали игры. Ход игры? Ну да. Честно, ну, в большей степени это футболисты делают. Меняют уже исход игры. Есть моменты, да, когда там те минутную паузу в футзале, минуту берут, и чих со стандарта забили гол. Таких моментов масса. Много, очень много. Прям, чтоб так вот глобально, прям такая история, прям не скажу реально. Последние команды, в которых игроки сами решают, как играть. Сами по себе, да? Да. Получается, без тренера? Да. Не, ну может на любительском где-то там, где я не знаю. Не, ну допустим, есть тренер, но игроки сами решают все равно, как играть. Тренер сказал, но... А, то есть ты хочешь сказать, что есть тренер, а они говорят, ты нам не интересен, типа... Не, они не говорят так тренеру. Они, ну, например, но говорят, могут. Высокий прессинг, 2-2, там еще что-то, да, установку. Ага. А вы, да, окей, потом пошли... Короче, играем нижние, там то-то, играем через столба 3-1, через фланг, ну что такого? Да не знаю, такие нужны. Не, ну такого, ну на уровне, где уже высокий уровень, это вышка, да, Киева уровень. Там, не бывает такого. Ну это, ну, нет. Ты хочешь сказать, что это кто-то задал вопрос, что я такой говорил? Не, откуда я знаю? Кто не это? Знаю. Дай мне номера, я наберу сейчас. Хорошо, скажу. После эфира, чтобы они не услышали, что я тебе дал номер. Кто это такой говорит? Вопрос именно. Сам по себе решать. Ты представляешь, сам по себе порешать? Я как порешаю, мне потом порешают. Не надо, спасибо большое. За какую сумму пойдешь играть во вторую лигу Киева на постоянную основу, например, на контракт? Ух ты, это что, есть такие... Ну, я не знаю просто, где играет, даже если честно, это человек, который задал вопрос. Где играет он? Какую сумму? Ну, все просто. Пусть выходит на контакт. Пусть выходит на контакт, а я скажу, за какую сумму уже. Как бы... Сейчас скажу именно, сейчас вся вторая лига скажет, да слушай, дешевый чудак, да. давай его греби быстрее. А там сейчас во второй лиге, знаешь, тогда, так, там дали больше, там да, больше. Да, сейчас да. Во второй лиге, оп, сумку как вырастет. Лео, у нас
Рубрика «Пенальти». Да, Игорь. Да. Егор. 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 Чернигова, кстати. Егор Чернигова. У нас рубрика «Пенальти». Три вопроса задаешь ты мне, но я тоже должен гостю задать три вопроса, но я подготовил чуть больше. Начнем. Давай с меня. Самого простого. Просто у меня есть чуть больше дисциплины, что мне интересует, что мне интересно, ответ я хочу от тебя услышать. Первый, самый-самый простой, банальный ответ будет такой же простой. У тебя был Инстаграм, и ты его удалил. Почему? Неинтересно показывать свою жизнь. Неинтересно. Дальше я не вижу там развития. У меня есть страничка команды, там, где я показываю, что есть дети. То есть это как и реклама, и для мотивации для пацанов, что у них не просто, да, там футбол не приходит заниматься, у них прям целая как бы структура есть. Там видео, фото, да, там за ними следят, еще что-то. Плюс мы сейчас неоднократно я там спрашиваю, какая есть возможность спонсирования детям, потому что дети есть разные у нас. Есть многодетные, есть одни, есть которые платежеспособные, а пацанам нужно играть. То есть, опять-таки, эти же странички, то есть какая-то там платформа, да, для дальшего роста, может быть, еще что-то. Моя страница. Мне говорит и жена, и друзья, чтобы я вел свою страницу, типа, как спортсмен. Мне это не интересно. Ты же хочешь быть актером, это же медийность. А я сказал как спортсмен. Если я как актером, это как Зак Галифианакис, да, в фильме «Успеть до», и он, помнишь, портфолио показывал в фильме. И там в черно-белой фотке он сначала то каким-то пожарником был, то этим. Он говорит, а здесь то. Ты что, я здесь адвокат. Ну, Зак Галифианакис, понял то, что это? Поэтому как бы кино, кстати, кино тоже может заниматься. Там много платят? Сейчас нет. Понятно. Тогда подождемся хороших времен. Хороших времен подождем. И второй простой вопрос. Я знаю, скажем так, о том, что у тебя очень забитый день, забитые дни. В плане ты очень-очень много чем занимаешься, где ты. То есть у тебя движ такой. Ту-ту-ту. Расскажи мне свой стандартный день. Тренировки. Когда с тренировочным процессом просыпаюсь где-то около 6 утра. Нет, не 6. Если я в 7, в 6.30. В 6.30 проснулся, оделся и поехал. В процессе я уже чай себе сделал в машине. Еду на тренировку. Потом у нас тренировочный процесс. Тренировочного процесса есть такое, как документация. Это работа по детям. То есть это мы приезжаем в спортивную школу, либо собрание, либо подтягиваем то, что нужно, либо после игр пишем там какие-то, да, там отчеты, либо еще что-то. То есть это документация. После документации у нас с 2 часов начинаются тренировки. То есть у нас в 2 часа у нас начинается одна школа, потом именно школа, то есть полностью школа у нас есть. Потом в 4 у нас начинается уже сугубо команда, это самые младшие. И пошло-поехало дальше тренировка средних 2011 года, которые играют на Персике Киева, 2009-2010, которые играют на чемпионат Украины. И потом в заключении иногда бывает еще и вечерняя тренировка. То есть это все в процессе, в разных локациях и переезды. Иногда бывает даже у меня 10 минут, мне надо там с Березняков доехать до Левобережки за 10 минут. Сейчас пока, ну, как бы настраиваем этот процесс, чтобы он был налажен там, с точки зрения времени. Пока сейчас такой сумбур, но работаем над этим. Поэтому, а так, и эти дни бывают так повторяются неоднократно. Если там есть день, то я могу там поспать, хотя бы чуть-чуть выспаться, но зачастую что-то другое. Бывает, что с сыном ездим, там, с женой, там, надо в бассейн поехать. То есть, в любом случае, что-то есть у меня. То есть, до обеда либо тренировка, либо документация, либо по семейным вопросам. С 2 часов я уже все перехожу на тренировочный процесс детей или вечерние свои тренировки. То есть и так вот каждый день. Суббота, воскресенье, игровые дни – это тяжело. Суббота, воскресенье – это очень тяжело психологически, физически, потому что психологически с детьми.
понятно, мы спортивная школа, мы не академия, где отбираем, да, футболистов. То есть приходят пацаны разного уровня. И, естественно, играем против команд, у которых есть эта возможность. Как бы я не скажу пацанам, которые там не могут, уходите. То есть мы всех пацанов берем, мы пытаемся развивать настолько, сколько можем. И настолько, сколько он хочет, сам ребенок. И участвуем против этих команд. И вот это психологически, это так сильно давит, когда ты вроде работаешь, ну, вроде как бы, да, и, блин, там проигрыши. То есть где-то выигрываем, где-то проигрываем. То есть это нормальный процесс. Но когда проигрываем, это прям очень серьезно давит. И ты начинаешь сомневаться в себе, качественный ли ты тренер, можешь ли ты действительно что-то большего дать, правильно ли ты направляешься, может, это не твоя вообще деятельность как тренер. Потому что это такая специфика, это дети, и это щепетильно. То есть есть такие тренера, которые там могут там позволить там матом, перематом кричать, оскорблять, угнетать. Я такой штукой не занимаюсь, потому что сам прошел этот этап. У меня был этап, когда я в Восходе играл как раз. Мы играли как раз против же этой команды дружбы, которые потом объединились. И момент такой был, мы идем на игру, а я, получается, не попадал в состав. То есть я хорошая замена была, первая, но типа не основа. Я иду, меня как раз что-то там две игры не ставили, прям вообще просто не ставили. И я иду, как забить с метра не можно, ну прям вот как на вроче. И тут на две минуты мы 2-1 проигрываем, я помню этот так момент, идет подача углового, а я стоял, я маленький, то есть не боролся, я на подборах работал. И получается мяч отскакивает мне, а я на линии штрафной. И все сделал же это хорошо. Ударил с левой ноги, не с рабочей, маленький еще, физиология. Еле добил этот мяч, блин, охромный. А раньше вратари ставили на ближний, на дальние штанги игроков. Угу. И получается, я все сидел супер, мяч в 9 и шел. Но там на дальние штанги стоял Хомыч, я до сих пор помню. И он берет головой и переводит. И тут свисток, 2-1 мы скрутились. Этот тренер бежит за все поле, кричит, ты вредитель, убийца, убил команду. Короче, он такого навешал мне. Потом еще и пацаны добавили, когда идем, ну что, с метра не забил. Я говорю, где? Ну там начал оправдываться, насколько мог. После того, когда я попал уже в более профессиональные команды, да, там Улисис и потом уже ЛТК, мы с Тарасом Владимировичем обговаривали эти все истории. Он говорит, послушай, ну как можешь? Ты на тренировке, все здорово, ну типа все класс. Ладно, этап тренировки игры, типа мы перейдем. Но на тренировках видно, что перед воротами ты начинаешь суетиться. Ну прям током тебя бьет. Я эту тему даже и забыл за Восход. Вот реально я за нее не замысливал. И он когда разговаривали со мной, то есть за этот момент, почему здесь так, так. И я что-то у меня вот этот момент вспомнился, и я говорю, и он говорит, а, ну я тогда понятно. Говорит, ты сломал, тебя сломали. Тебя, только ты видишь ворота и момент, у тебя задача только не я. Только не я. То есть не сделать хладнокровно, качественно. И даже если ты сделаешь это правильно или неправильно, ты ну, как бы спокойно. Ну, типа, блин, надо работать. А ты боишься, что тебя будет орать на тебя или еще что-то. И этот момент я очень долго прорабатывал над собой, работал, психология. Это такая штука. И мы с этими детьми, вот с нашими детьми пытаемся. Я не знаю, ли получается или нет, как бы, но, по крайней мере, мы пытаемся делать это правильно. То есть не орем, там, не оскорбляем. Пытаемся как-то донести. То есть, если опять-таки ребенок, допустим, не знает или не получается, это проблема не в самом ребенке, а проблема, наверное, в тренере, который не донес. И я четко понимаю, что когда я выхожу, даю им задание, я понимаю, что у них в голове. То есть ребенок выходит, та же Украина или, допустим, вот маленький, да, 16-й год, они только ходить недавно начались, и что от него требовать. И даже если он проигрывает, моя задача поддержать его и просто пытаться максимально объяснить, вот, что сделал неправильно. И желательно даже, не, я иногда делаю таким образом, не я объясняю, а я пытаюсь у него выбрать. Вот как ты вытягиваешь там информацию. Говорю, вот смотри, прошел момент, как думаешь, как можно было сделать там по-другому чуть-чуть? То есть, чтобы он думал о мне. И вот таким образом, ты потом под конец день, конечно, ты, ну, очень тяжело устаешь от эту всю историю.
тяжело. Так с каждым ребенком проговорить. Есть дети, которые быстро схватывают, есть дети, которые не схватывают. Есть дети, которые им не надо, а надо родителям в большей степени. Тоже там с родителями пока поговоришь. Ну, то есть вот такая структура вот это всей богадельни. Ты 6 на 6, я тебя просто не спросил об этом. Ты играешь 6 на 6? Любишь, тебе нравится этот вид, ну, вид футбола? Специфический. К нему надо... Просто в футзал мы тренируемся. Пляжку мы тренируемся. Здесь мы только выходим, пока играем. Нету тренировочного процесса. А специфика в чем? Что маленький промежуток, ну, то есть маленькая дистанция, да, друг от друга, а мяч прыгает. То есть в футзале мячик не прыгает, он сразу липы-липы, как говорят. Пляжки, в любом случае, ты знаешь, эти дистанции, песок, он не дает такое быстро сближаться к игроку. То есть у тебя есть все равно какое-то определенное время. Здесь этого времени нету, а мяч еще и прыгает. То есть тут надо прям специфически относиться к этому футболу. Ну, нравится, не могу сказать, нравится или не нравится. Интересно. Смотрел, когда пацаны играли, да, вот чемпионат мира. Вот ты смотришь по картинке. Блин, а у них реально этот мяч вроде как и в футзале. Ну, то есть, как и в футзале. Хотя я понимаю, ты выходишь здесь на гидропарк у нас. Ёшка, как этот мяч остановить? Его лучше в касание. Тут чудак еще бежит именно за... Ну, мы же лучше в касание разрядить обстановку. Вот в детской школе вот так учили. Который кричал мне, ты вредитель. Он меня учил, просто взял мяч на ноге и побежали. Ну, вот как-то так. Хочу предложить вам становиться донатерами моего канала «Сысоевщина». Мой канал я создаю все время своими силами, и мне нужна ваша поддержка для дальнейшего успешного его развития. Донатя, вы выбираете себе автоматически так называемую позицию в команде «Сысоевщина». Вы будете получать свои привилегии для каждой позиции. Быть в тайном чате, где будете первыми узнавать новости канала, узнавать будущих гостей. Сможете им инкогнито передавать ваши вопросы для рубрики, участвовать в голосовании в выборе гостя, а также сами решать, кто будет следующим гостем. Жду вас всех в команде «Сысоевщина».Начинаем. Твой вопрос. Давай, смотри, я знаю, что у тебя есть команда. Я неоднократно ее видел. И Никос. Угу. Это команда под название твоего сына. Угу. Да? Угу. А вот вопрос такой. Скажи, пожалуйста, вот твои дальнейшее развитие твоей команды. Или ты хочешь оставаться на том же уровне, как здесь сейчас? К сожалению, команды без спонсорской поддержки, ну, очень-очень-очень-очень тяжело им развиваться. Есть за последние 2 недели очень хорошие примеры, почему я могу, точнее, я тебе расскажу на примерах. Команду без спонсора у меня все, команде 9,5 лет. Если ты назовешь мне... 9,5 лет команда? Назови мне еще команду такую. Ну, ты назовешь, но их очень мало. Ну, да. А без спонсора ты не назовешь. Не назовешь, это я тебе 100% говорю. Ну, я не знаю таких команд, а я знаю наш любительский, аматорский, не ваш, там, вышки, все, а наш любительский, все эти чемпионаты, я знаю все команды, и я знаю, что таких команд больше и близко не существует. Команды, которые за 9,5 лет, в январе будет 10 лет, которые не пропустила ни одного сезона, а сейчас мы играем в 4 турнирах 5 на 5 и один турнир 11 на 11. Поэтому у меня теперь, как у вас, я пацанам своим зажигаю, он говорит, теперь и я профик, теперь не только у меня гости приходят по 10 игр за неделю, теперь и я по 5-6 игр провожу, теперь я понимаю, как это играть, а я еще и без замены играю. Это громко сказано, но провожу на поле время. Команде без спонсора это очень-очень тяжело. Это отдельную можно и когда-нибудь, мне, кстати, уже там просили ребята снять программу о том, как 10 лет руководить командой без спонсора. Все нюансы, истории было миллион. Это же другой мир. Это не ваш профессиональный, где плюс-минус, все понятно. Конечно. Тут же приходят уникальные люди.
уникальный, а тут психология, которую ты любишь, совершенно другая. Здесь же нужно не ты платишь деньги, а они платят за то, что ты играешь. Если он платит деньги за тренировки, за участие в турнире, за там еще какие-то сборы, он же хочет играть, а это не 100 гривен заплатить. Это от 1000 и больше в месяц, там 1500, когда-никогда. Он же играть хочет, а если он не готов, вот как ты говоришь, мы никого не выгоняем, у нас же не академия, мы отбираем. У меня Никас, я не верю за другие команды, там другой уровень, ну, там другая специфика у команд. Там ребята собрались, заплатили за игру, погнали. У меня чуть-чуть, у меня уже все по-другому. У меня 3 состава, и приходят ребята в 32 года. Ну, мне никто не верит, но приходите или включите игру. Человек учится бить по мячу в 32 года, он военный. Он говорит, я никогда нигде в жизни не играл, но хочу играть. Вот ты собираешь, даешь возможность таким ребятам, как я тебе благодарен, как бы, но я хочу учиться. А тебе нужно с ним выходить и играть. Скажи мне, Ярик, какое может быть... Подожди. Да. Не спеши. Давай. Вот смотри, ты сказал, что это тоже специфическая психология. А вот посмотрел я твои интервьюшки, когда ты просто так пришли, что они сыграли там, ну короче, плюешься. Ну вот смотри, не думал ли ты в принципе омоложение команды? Вот хорошо создавать, все-таки омолодить команду и именно как дальше вот постепенно вверх пойти. Омолодить в плане возраста игрок? Да. У меня команда с 18 до 39 лет. С 18 до 39. И в этом проблема, снова-таки, аматорской команды без спонсора – это огромная проблема. Почему? Вот если у меня сейчас молодой пришел, он все равно не смотрит выпуски, он даже вообще не знает, что я снимаю. Вот пришел молодой парень, Тема. Ему 20 или 19 лет. Он военный, курсант. Ну, опять, потому что он не смотрит, можно сказать. Он во втором составе у меня его начал, со второго. В третьем у меня ребята учатся играть, бить по мячу. Как детки у тебя, только у меня детки в 30 лет. Но это там пару месяцев, он будет у нас играть в первом составе 100%. Быстрый, шустрый, классный, техничный, все шина. Вот у нас на выходных 4 игры. И я понимаю, что он даже сейчас, он месяц в команде, не полный, был там на 5-6 тренировках, но он уже может помочь. А его нету. Тем, ты где? Служба? Ну, служба. Человека нету. Он молодой. Есть ребята молодые, 19, 20, 21 год, но нет финансовой возможности. Я не могу платить. И что, эти пацаны, получается, они не играют или играют? Они идут играть, допустим, за какие-то еще там слабее команды моей в разы, где один чемпионат и одна игра в неделю. Они пришли, по 100 гривен скинулись, и он отыграл. Ну, все. У меня надо играть 5 игр, у меня 5 турниров, это везде заявки. У меня есть команды, где тренироваться не надо, а их, наверное, абсолютное большинство, нашего уровня команды. А у меня 3 тренировки в неделю и 5 игр. Ну, это деньги. Это не огромные деньги. А ему на плей, он молодой, откуда он? Есть ребята, да, у меня 20-летние, те же нацгвардейцы, кто-то там в других структурах силовых работает. Молодые пацаны начинают свой путь. Ну, им нормально платят, у них все стабильно, они могут платить. А есть у меня ребята 30, 32, 33, но он работает охранником. Он получает там 15-17 тысяч, а ему надо отдать. Но для него тяжело. А как они воспринимают тот процесс, когда вот мы встретились, да, с тобой? Между играми киси. Да. Помнишь? Да. И ты эмоционально зашел там, да. Пихач. То есть они платят деньги, такие фетишисты, чтобы ты покричал на них. Ты цепная собака профессионального нашего футзала Киева, как минимум. Но так как о тебе знают абсолютное большинство, кто любит и смотрит футзал, то меня знает как бешеную собаку, которую прибить давно надо. Наш любительский уровень дна футзал. Потому что вот я о тебе знаю, ты обо мне не знаешь в плане игровой. Я такой же, как ты, не совсем адекватный в плане игры на поле человек и поведения. Угу. Если с тобой я сижу, беседую, культурный парень, надеюсь. Мы же тоже нормально, видишь, сидим. А все они рассказывают, что мы психи, да? Да. Сами же такие. Да. То ты там, а я на своем уровне тоже.
Я точно такой же эмоциональный, только точно так же ненормальный. Но я еще и тренер. И тренер не деток, а взрослых мужиков, директоров фирм, или менеджеров, или охранников, или курсантов. Вся своя психология, понятия в жизни, характеры и так далее. Но у меня есть одно правило. Я всегда им об этом говорю. Не я к вам пришел на работу. Ну, понятно. Работать по вашим правилам. Это ты ко мне пришел в команду. Я тебе рассказал требования финансовые, я тебе рассказал график, и я тебе сказал, смотри, у меня любительская команда, но требую я, как будто мы с тобой участники Лиги Чемпионов, или как будто мы с тобой там какой-то хит, или Агромат, или еще какая-то команда. Я требую максимально. Ты не будешь приходить на тренировку, смеяться, ха-ха, хи-хи, пол тренировки, ходить носу ковыряться и паузы делать 10-15 минут там между упражнениями. Здесь не будет. Если ты пришел, нужно пахать, нужно работать. Потому что победы закладываются где? Правильно, Ярослав, на тренировках. Там 100%. Ты эти кубки забираешь уже. Ты должен пахать. У меня я требовательный. Мне не 20 лет. Я хочу своей командой выигрывать. Я хочу выигрывать. Да, есть понятие поиграть в удовольствие. У каждого свое восприятие. Кто-то считает, не надо цели ставить, надо там получать удовольствие. А я хочу выигрывать. Хочу побед, хочу кубков, хочу медалей. Это отдельная история, почему так и т.д. и т.п. Но я хочу. А для этого ты должен делать то, что я прошу. То, что мы договариваемся. У нас есть тактика. Она у нас может для футзала примитивная. Она у нас там 3-4 их разновидности, но... Вот у меня есть рисунок игры. Пожалуйста, подходи под него. Делай то, что нужно. Мы для этого тренируемся 3 раза в неделю. Ты тратишь деньги 3 раза в неделю. Ради чего? Просто отдать денег, которых у тебя не так много. Но если ты пришел, выложись на тренировки. Если ты на игре это не делаешь, я как эмоциональный человек, который еще и на поле, а на поле это же адреналин, ты не соображаешь. Ну, конечно, я буду так себя вести. Вот ты привел пример Макаева и Олега Шуста. Ты говорил, тот был таким игроком, а сейчас они поменялись. Ну вот я тоже, я типаж, наверное, нет, Макаева. Ты как на игре, так и вне игры. Ну, они поменялись, а ты нет. Да? Не знаю, даже плохо это или хорошо. Ну, как есть. Я вот такой, да, я эмоциональный, да, я могу нарать, да, я могу напихать, несмотря на то, что это не я вам плачу деньги, а вы платите деньги. Научи меня так. Что именно? Ну, чтобы я орал, пихал, а мне еще бабки за это платят. Они чтобы это понимают. Чтобы с детьми сразу. Они это понимают, Ярик, они это принимают, они с этим согласны. Были и не один. Ты представляешь, сколько за 10 лет я здесь всего прошел. Сколько я здесь прошел. Именно здесь. Очень много. И было немало игроков, которые уходили, но они не смогли. Говорят, подожди. Не выдержали, да? Ну, они говорят, в смысле я должен вставлять ногу? Я говорю, да, ты должен вставлять ногу. Это футбол. Ты же пришел не в шахматы играть. В смысле ты убираешь ногу? В смысле он летит прямой, а ты типа уходишь? Ну, так, ну, не надо. Ну, тогда не надо. Ну, не надо тогда. Тогда смотри, есть тысячи команд в Киеве. Тысячи, не сотни. Тысячи. Куда ты можешь пойти, ты будешь основной игрок, тебе никто не скажет слова, тебе не пиханет за то, что ты решил поиграть в дворовой футбол и пойти во водку троих, а на первом же остановишься и забьют из-за тебя гол. Ну, иди, иди. Ну, здесь такого не будет. Я ценю бойцовские качества. Мне все равно, что у тебя нет техники от природы, что она атрофирована у тебя. Мне фиолетово. Это мое видение нашего любительского футбола. Характер и дисциплина игровая. Вот за счет этого я строю свою любительскую команду. У тебя не зря же у тебя шлем. Да, ну плюс-минус, понимаешь? Не всем это подходит. Кто-то говорит, Таня, я в футбол хочу поиграть. Ну нахрена, я хочу поиграть. Ну пожалуйста, пожалуйста. И из интеллигентов я пытаюсь сделать, у меня есть парень, который никогда, ему по здоровью, я не буду говорить что, ему по здоровью нельзя нервничать. Просто по здоровью. У него там проблемы с кое-чем, нельзя нервничать. Даже он начал там какие-то потасовки устраивать спустя 3 года. В команде. Ты представляешь, как ты меняешь людей, в драку заводишь, а нет, потом... Нет, ты что, это кайф. Так что вот так вот, тяжело, без спонсора... Хорошо, а ты спонсора, ну вот, допустим, не дальше... Не искал, ничего не нашел. Не искал. Я не хочу. Искал у нас... или не искал? Искал много лет, первые там годы существования, не нашел, сейчас забил и перевел все по-другому. Вообще все перестроил, команду по-другому и как бы сейчас не ищу. Я за другое хотел сказать. Развитие команды. Приходит, ты же понимаешь, что в команде, в которой нет спонсора, я очень извиняюсь, что я так долго отвечаю, больше, чем наш гость.
Ты же понимаешь, что в команде такой, которая на самосодержании люди платят за себя, не будет играть игрок уровня, например, там, даже первой лиги Киева. Но он не будет играть. Он хочет, чтобы ему платили. То есть, что получается? У меня изначально шансов на то, чтобы расти и добиваться успехов, ну, очень мало. Да хорошо, но ты говоришь, что у тебя есть бизнесмены. У тебя же разные есть круг людей, которые в твоей команде. Смотри, у меня есть бизнесмены и у меня есть айтишники. Это люди похлеще. Но не хочу называть имен, тем более он посмотрит, потому что он сейчас очень увлекся прямо футзалом вдруг. И он уже играет чуть-чуть уровень. Его забрали, заметили вот с Никаса, его там он играет. Ну, он айтишник, он хорошо зарабатывает, в 10 раз больше, в 20 раз больше, чем обычный ребенок. Но не считает нужным как бы помогать. Он не считает нужным там за год в команде просто накрыть пацанам полян. Потому что для него это, ну, это вообще ничего. Это... А для ребят это... Он ни разу человек там не был... У него желания нет. И таких ребят хватает, но они не хотят тратить деньги. Зачем? Ну, зачем? Ну, это люди сами по себе такие. Да. Поэтому очень извиняюсь, что так все долго, но... Тяжело развивать, но как могу, развиваю. То, что я говорю, что у вас в соцсети там Интер, Агромат, кто еще у нас занимается, тут говорил, они соцсети, Аврора. Я этим занимаюсь 10 лет, ВКонтакте первое. Интервью с игроками, презентация с футболкой 10 лет назад, Ярик. Когда костюмов еще не существовало вообще у команд в процессе. Поэтому я это все прошел, и на своем уровне мы, я считаю, развиваемся достойно. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос. Как зацепил, да? Ой, больной, за больной. Мне нравится, ты улыбаешься. Не, очень, на самом деле, простой вопрос. Я очень жду честный и очень простой ответ, потому что там ничего такого нет в рифму. Когда ты рассказал Эльдару Макаеву, что ты идешь к Сысоеву, что он тебе ответил и что ответил ты ему на это? О, я не помню, но я говорю, что иду к Димону. Так, это на тренировке. Говорит, не, он как-то радостно отреагировал. Говорит, он сказал за то, что ты тоже его зовешь, да? Звал, да. Да, типа. Я говорю, и что? Говорю, будешь с меня смеяться? Он говорит, ну да, как из совы, говорит. Говорит, давай, иди. Ну, как бы, ну, так вот как-то, я не помню. Ну, может, еще что-то было? Или еще что-то было? Я ж тебя спрашиваю. Это ж твой ответ. Да я не помню, что. Ну, сказал, что пойду, и все. Ну. Он поддержал. Говорит, я буду ждать. Потом травить. Что еще он сказал? Ну, к зарплате он мне ничего не приплюсует. Твой второй вопрос. Это был первый вопрос. Нет, ты что-то к чему-то говорил. Я тебе дальше спрошу. Так это может... Я дальше спрошу. Это будет какая-то тема. Давай тогда о программе вопрос буду тогда задам. Смотри, вот дальше развитие. Ты сейчас там большой футбол, да, футзал, пляжный футбол, да, развиваешь именно интервьюшки. То есть до какой степени у тебя, вот ты видишь, конечный результат? Или это будет вот так постепенно, но со всеми идти? Или есть какой-то у тебя предел, до чего расти? Предела нету. Я очень люблю что-то придумывать с детства. Не в спорте, а вообще вот что-либо. Ты не знаешь, но я же не футзалист, как вы, профессионал. Я же как бы, это просто моя жизнь, мое хобби, за которое я никогда копейки не получал. А моя жизнь, это было 15 лет ресторанная сфера. Да, почти всю жизнь я в ресторанной сфере проработал. У меня были там много своих заведений, т.д. и т.п. Когда-то, задолго до войны. Я люблю брать ничего и что-то из него делать. Люблю взять ничего и что-то сделать. Люблю взять команду, создать, позвать друга, свата, кума, брата и одноклассника и сделать на нашем уровне сейчас клуб, который сейчас есть. С тремя составами, 34 человека, там, соцсетями и т.д. и т.п. медийные и так далее и тому подобное. Мне нравится взять канал и сидеть, боже, как это я буду перед камерой выглядеть, мне же смеяться с меня все будет, что я непонятно кто, никогда не играл на таком уровне, беру интервью у там пацанов-футболистов, которые всю жизнь там футзалистов, которые всю жизнь там в футболе, и типа начнут, да кто он такой, что он у них там, вот это, что он с ними рассказывает. А сейчас я сделал, я считаю, канал, который там, наверное, первый футзальный канал там страны, потому что у нас он не развит, и больше никто вообще особенно не развит. Никому нахрен это не надо. Спасибо тебе, реально, это очень крутая идея.
Я люблю этим всем развиваться. Потолка нету, но я люблю всегда придумать что-то новое. Я сейчас придумал несколько форматов, я уверен, что ты их не видел. Ты их не смотришь. Допустим, там банальный формат перехода. Это там Дэн уехал, да, в Польшу, я видел. Сделал чик. Я просто видел. 20-30 минут разговор о том, как все, как там тут. Сейчас и предпоследний вот выпуск был. Предпоследний выпуск был, придумал формат. Сидел, наверное, год думал, как внедрить туда нашу молодежь. Вот как сделать интервью с пацаном 20 лет, который только начинает свой путь. Ну, чтобы было интересно. Да, ну вот что? Я не вот придумал только вот, назвал молодежка формат, вот он вышел, с Денисом Хруль. Первый был выпуск. Это нормальная молодежка, ты сказал. Ну, 23, но... Хорошая ты молодежка. Да, но я начал с него, я Дэна там тоже там следил за ним какой-то период, думаю, начну. Как? Я придумал формат блиц. У меня, я уже придумал себе там, за неделю лежал, там снились мне вопросы, я себе записал там вопросов до 100. И подбираю под гостя плюс-минус, который подходит. 50 вопросов плюс-минус, формат блиц по зуму. Mm-hmm. Сидим, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Но вопросы все от и до. От его вкусов, от личной жизни, от его понятий, от воспитания, от отношения с родителями, о его будущем. Обожаемые важные вопросы. Перейти в топ-клуб. Нужны бабки? Тебе предложат бабки. Что ты выберешь? Бабки или перейти играть в хорошего уровня клуб? Что он для тебя будет на первом месте? Потому что сегодняшняя молодежь... В хорошем уровне клуб. А если ты перейдешь, там и будет и бабки. Но молодежь наша сегодня, опять же, по вашим же рассказам, ребят, которые приходят и рассказывают, часто бабки. Ставят деньги на первое место? Очень часто. А, то есть... Это такая штука ошибочная. Есть такое, знаешь, я думаю, это и в бизнесе, как ты говоришь, в ресторанном бизнесе. Заработай себе имя, а потом имя будет работать на тебя. Но... Как же ты получишь бабки, если у тебя нету имени? А если ты будешь в хорошей команде, то там имя можно заработать намного быстрее. Это понимаешь ты в своем возрасте, а понимаешь я понимал это и до этого. Да? Ну... Я и до этого понимал. Это ж... Не я понимал с 18, даже раньше, с 17, больше лет, что первое, что должно быть, это имя. А ты от имени отталкивайся. А как тебе заплатят деньги, если ты, ну, типа, прийти и сказать, вот, здравствуйте, давайте мне деньги, а ты скажешь, ну, кто ты? А если ты придешь и скажешь, вот, мы хотим там программу, вот у нас есть, да, допустим, там вот, есть уже как бы даже портфолио, все остальное, скажем, можем перейти на новый уровень. Скажут, ну, это интересно уже. Имя есть уже, есть подписчики, есть уже какая-то своя платформа. Блин, давай посмотрим. А так, типа, по детям не. Ну, по молодежи. Есть молодой игрок Виталик, он играет в первой лиге Киева. Приметили ребята с Агромата. Тренер, там, я не знаю, кто занимается селекцией. О, хороший Виталик играет там где-то за какую-то команду. Окей. Виталий, привет. Что ты? Вот мы с Агромата, молодежь сейчас на весь золото, хотим тебя позвать. Вот ты нам нужен, видим перспективу, будем развивать. И первый вопрос Виталика не о развитии, а сколько денег? Ну, такого куча, полно. Поэтому вот такие вот вопросы, понял, я вот придумал формат. Ну, вот вышел дебютный, не знаю, ну, много хороших отзывов, а много таких, ну, типа для разнообразия. Я люблю придумывать. Даю анонс, раз ты спросил. Я придумал еще один формат, и мне кажется, посмотрим, это будет, наверное, самый интересный формат из всех, которые есть. Даже, мне кажется, интереснее интервью с вами, интересными гостями. А мы старые сбитые летчики, кому мы интересны. Так, между собой посмотреть, чтобы потом покусать. Нет, это мой формат, стоять, это все интересно. Я сейчас начинаю рассказывать. Да, это все интересно. Хорошо. А это просто будет вообще другой формат. Подождите еще месяцок. Месяц. Через месяц он выйдет, это будет живой формат, это будет совершенно все по-другому. Это будет то, что вы многие из вас ждали и просили, а я к этому шел 3 года из-за своего там какого-то стеснения, неуютности, неудобности, как-то мне будет, я не понимаю как. А сейчас, да, я сейчас просто начал жить как одним днем, понял, каждый день. Там. И хватит. И вот мы уже договорились. Договорились?
и будем пробовать. Будет интересно. Поэтому я только стараюсь развивать. И очередной раз хочу сказать спасибо каждому донатеру, который у меня есть, потому что вы финансово очень помогаете мне. И призываю новых ребят тоже в наш клуб донатеров доходить, и чтобы я мог не только с Яриком Заворотным сидеть в Киеве и делать интервью, а чтобы когда через год его купит команда с Лиги Чемпионов, там какая-то Бенфика, чтобы я мог к нему приехать в Португалию, заплатить своему оператору за это деньги, за там, неделю, чтобы мы там были. И приехать к нему и взять интервью у него в Португалии. А это зачем? Все растраты. Если меня в Бенфику возьмут, я тебя бесплатно возьму. Туда сразу, 7 месяцев с аппаратурой. Боюсь спросить, конечно, как я перееду по частям или сразу. Что ж такой вопрос может быть? Троянский конь будет. Вторая часть вопроса. Этот канал я создал для того, чтобы рассказать людям, которые любят футзал, в первую очередь, конечно же, рассказать о игроках, о вас, то, что они не знают. Вот, допустим, большинство, кто знает тебя на футбольном поле. Но есть очень много игроков, очень, которые любят футзал, которые находятся в других городах, а таких... Даже ты, наверное, удивишься, таких очень много, которые в других городах, но они знают нашу Киевскую лигу, и это зрители канала. Они не знают вас как людей. Они не знают какие-то ваши истории, а им интересно узнать. По сей день, вот сегодня у нас понедельник, по пятничный вечер приходит сообщение от ребят, которые говорят, в смысле у вас... Какой... Вру! Вчера встретился с одним парнем, который приехал в Харьков. Один блогер, Максим, тебя зовут. Он меня знает по выпускам, по Инстаграму. И он приехал в Киев, говорит, Дим, я вот тут в Киеве буду. Я тебя видел, наверное, на улице в костюме Ника сошел, он тренер. Куда? Можно с тобой встретиться? Я буду день на марафон приехал. Какой-то в Киеве вчера был марафон. Я приехал на марафон какой-то. Да, окей. А можно с тобой встретиться? А ты где живешь? Там-то. Я тоже остановился там-то. Можно с тобой там встретиться пару слов? Да, окей, давай назад еду. Встретились. Я с ним иду беседу, он там за футзал спрашивает, как у вас в Киеве? Что? Он говорит, в смысле вам деньги платят? В смысле платят деньги за футзал? Говорит, а сколько? А в смысле у вас 6, 7, 8, 10 турниров в Киеве? Как это 10? А как за... Ну, люди не знают этого, понимаешь? Им интересно. Это еще не ответ, это я так вопрос задаю. Я хочу, как бы, дать... Я начал с темы с того, чтобы рассказать о вас, как о людях, какие-то ваши истории. То, что вы на поле, все понятно, это все понимают. Но есть же закулисная жизнь. Есть какие-то истории, какие-то горбыли, какой-то вот это вот все движ, все, что любят люди. Люди не любят просто смотреть, и я Ярослав. Люди любят грязь. Грязь. Я хороший парень, я играю в команде «Агромат», в хорошей команде. Наша цель – победа в Кубке Киева, в Лиге Киева, высшей Лиге Киева, потом пойдем в Лигу Чемпионов. Это все понятно. Я забивал тогда-то, туда-то, все понятно. Люди хотят каких-то вот этих вот подковырных историй. Но я же знаю, как и большинство, о том, что когда вы приходите ко мне в гости, то... Абсолютно 99%, 99,9% вы не рассказываете. Ты сегодня обмолвился такой фразой, типа, все, что происходит в команде, остается в команде. Веси, да. У меня вопрос. Что такого может происходить в командах, что нельзя рассказать людям? Второе, это так, мини первая часть. Вторая часть. Есть достаточно, скажем так, медийные, знаменитые на нашем киевском, украинском, там, я не знаю, каком-то уровне футзала игроки, которых, вот, например, тебя. У тебя берет интервью пресс-служба «Агромата». У тебя берут интервью национальной, когда ты сборной по пляжному футболу. У тебя берут интервью там в высшей лиге Киева. Там-там-там. Есть ребята, похожие на тебя, которых тоже где-то берут какие-то там какие-то интервью после матча. Но есть ребята, которые приходят ко мне в гости, которые достойного уровня футзалисты, но у них не берут интервью. Почему? Я не знаю почему. Мой-то не, ну, как бы не умеет красиво говорить. Мой-то не умеет излагать свою мысль. Мой-то он переживает и нервничает. Мой-то он просто неинтересный кому-то там, чтобы его что-то спросили, как ты сыграл в игру, какие ты видишь планы. Не знаю почему. Мой-то как-то выбирает каждый по-своему. Но я знаю точно,
Я понимаю, что это может звучить не очень приятно. Я знаю точно, что есть ребята, которые классные как футзалисты на хорошем уровне. Но у них никто никогда не возьмет большое интервью. Никто и никогда. По причине того, что, во-первых, никто больше не берет интервью у футзалистов в нашей стране. Так сложилось. Почему-то. Потому что, блядь, наш футзал, он... Вот, это небольшой футбол, где миллионы впихивают. А вот наш футзал как-то не хотят развивать. Не будем обсуждать, почему. Ну и может потому, что он не совсем интересный как собеседник, как игрок, как человек. Я думаю, что Гордон не возьмет у среднестатистического футзалиста Киева интервью. Не возьмет. И даже сборная Украины, мне кажется, не возьмет Гордон. И мне кажется, Дудь не возьмет интервью. Мне кажется, остальные какие-то топ-блогеры не возьмут. Но если у вас есть я, почему вы не можете приходить и не рассказывать... Вот я там хочу о вас рассказать. Вот сегодня о Ярике много узнали. Я не знаю, внимательно вы слушали все. Это я слушаю внимательно вживую, а потом еще 5 раз 6, когда мы монтируем с нашим оператором и монтажером ролики, я еще 5-6 раз интервью. Я наизусть знаю все эти интервью. А у нас есть зрители, которые там с перемоткой бывает смотрят интересные выпуски. Почему вы, когда приходя ко мне, вы рассказываете там какие-то истории, вы не можете рассказать что-то такое, что да, возможно, это нельзя рассказать, как вы говорите, то, что было в команде, остается в команде. Но раз у вас есть такая возможность, раз вы приходите, вот даже ты, это же у тебя, наверное, первое большое интервью. Первое, это 100% первое. Будет ли у тебя еще такое интервью? Приедет ли тебе после меня Дима Гордон вторым? После меня уже он будет. Вопрос. Почему вот на этом интервью, когда вы знаете, я не за все говорю, я говорю за тех, кто знает, о чем я говорю. Когда вы приходите, почему вы не можете здесь выложиться и рассказать, то, что, как вы говорите, не принято. Но вы же не насиловали никого. Ну, ты даже рассказал, как ты машину вскрыл сегодня. Да, это же будет на записи, да? Смотри, ну вот, давай. Ну, во-первых, каждый мы по-разному, да, воспитаны. Да. Я думаю, эту фразу знают все. Мы так пили, но мы же и играли. Да? Как бы меня смотрит, будет смотреть мой папа. Меня будут смотреть родители детей, которых я тренирую, дети, которых я тренирую, да, друзья, как бы, как они хотят видеть меня, в каком обличии. Я думаю, наверное, пацана, который адекватный спортсмен, который с мотивацией в жизни, да, не останавливается, рассказал там пару юморов и как бы такого. Или видеть человека, когда мы же так пили, но же играли. Или то все верно. Не может взять ручку. Воспитание другое. Понимаешь? Как бы есть, да, рассказать приколов. Но, во-первых, как бы я могу рассказать. Нет, я не могу рассказать, но я отвечаю только за себя. Я не могу рассказать прикол о том или о том, пацану, там, где мы вместе, да, были. Это его проблема, это его жизнь. Если он захочет, он сам расскажет. Правильно? А так получается, я расскажу, а он скажет мне: Яр, ну зачем это подстава? А у меня мама смотрит. То есть я могу по воспитанию образно там рассказать, а его мама наоборот там воспитывала по-другому. Ну то есть понимаешь, я чувства других людей зацеплю, и я не имею права их цеплять. То есть должна быть какая-то этика спортсмена. Мы у нас программа на развитие спорта, правильно, но они это. Поэтому мы как бы, может быть, в частности, где-то скромничаем. Кто-то не скромничает, опять-таки, каждый по-разному. Где-то смешно, где-то кто-то задумается, боже мой, а им еще и бабки платят. Ёханы, куда этот мир катится? То есть, поэтому как бы, ну, наверное, с этих вот именно позиций. То есть это больше воспитание, этики к другим пацанам, которые... Да, приколы есть. Но они знают только те пацаны, которые были в этих определенных моментах. Как бы захочет, он расскажет тебе там. Я даже иногда, когда говорю, я и как и ты говоришь, вот есть человек. Знака вопроса. Просто если я расскажу место, сразу все поймут. То есть тот же малый круг общения, да, они знают это все. Мы показываем на то, как мы ребята, которые без, да, как ты говоришь, большой футбол, большие деньги, мини-футбол, мини-деньги, да, а песок — это у нас песок.
мы хотим показать, наверное, больше, что есть все равно целеустремленность. Есть, да, есть цель, когда ты маленький ребенок находишься. Ты, я думаю, это у каждого из нас, кто хотел быть футболистом и мечтал и сборной, и чемпионат мира, но только в сборной, большого футбола, правильно? И ты ожигаешься, когда ты понимаешь, что ты не попадаешь по разным причинам. И здесь вот задача, что, блин, окей, пацаны, типа, не все стоп. Наоборот, типа, ну, есть и другие виды спорта. Есть вот, посмотрите, пацаны, которые не прошли в большом футболе, есть у них футзал, есть у них там пляжный футбол, они развиваются, они параллельно еще какие-то там занимаются. Не надо, типа, стоп говорить. На этом мир не заканчивается. Я думаю, что это больше вот здесь вот посыл прикольный будет. Потому что, ну, многие реально, улица сейчас жирает людей, улица жирает, война жирает. Ну, то есть тут надо больше цеплять пацанов, ну, особенно молодежь, что, чтобы они не останавливались и были цели у них и стремились. А рассказать, кто как пил или там, кто кого там выводил, я думаю, что для этого есть он. Другие ребята, которые могут это рассказать. У меня воспитание не позволяет рассказать это. Как-то должна быть этика. Если мы где-то начудим, то об этом знают только мы троем. А так считаешь только ты или остальные ребята? Вы же общаетесь между собой. Я так считаю, а за остальных ребят я не могу быть в ответе. Ну, послушай, неоднократно было такое, там, где мне приходилось в первую очередь самопризнавать, да, я виноват. И это нормально. Неоднократно. Поэтому, ну, если хорошо, вот у нас есть круг, мы здесь и останется. Если с этого круга вышло, и мне кто-то придет и скажет, там, президент клуба скажет, слышь, ты там бухал. Да, а кто был? Я был, а больше не помню. Ну, и на этом закончится. Ну, ты и так все знаешь, если ты пришел ко мне. Ну, и все, как бы, ну, скажу ли я всегда живу? Может быть, иногда бывает, что там может где-то и проскочит. Но это не от того, что я специально там что-то могу ляпнуть, а от того, что случайно. А специально я, наоборот, именно пытаюсь в этом плане держать какую-то определенную условие свои. Принцип такой. Твой третий, заключительный. Почему ты не хочешь... Вот мне было бы интересно бы, реально, вот смотри, вот с точки зрения программы, мы сели, да, сидим, а вот не интересно ли было бы тебе программу вести из серии вот бытия людей каждого спортсмена? Вот прям проехаться. Я понимаю, что камеры тарабанить с собой тяжело, а вот именно прям от начала до конца, чтобы не рассказывая, а видя. Вот именно. Пример. Как они, проводишь ты свой день? Они ж, ну и плюс интервью брать. Я отвечу тебе коротко. Через месяц. А, то есть попал, да? Что-то будет подобное. Через месяц, дождитесь. Это прикольно. Вообще, вот то, что вы делаете, это реально круто. То есть мы, которые, ну, только маленький круг общения у нас, да, там футзальный, там песок, а за счет этого очень сильно развивается. Очень круто. Чем больше таких историй, вот именно, во-первых, популяризируешь и нас, это же тоже немаловажно. Пример для тех же молодежи, как ты говоришь, там деньги. Я, кстати, встретился с этим вопросом, когда мне было 25 или 24, когда вот это я был хотел поехать на просмотр в Оболонь, и я разговаривал с агентами, и один из агентов говорит, вот мы там звоним молодежи, 18-летней, и говорит, он бабок денег просит, капец. Говорит, а сколько ты хочешь? Я говорю, да я даже не знаю, ну, типа, хочу услышать от вас какие-то плюс-минус условия, от чего отталкиваться, типа. Ну, то есть, он мне сказал, мне они реально не подошли. Но я говорю, типа, ну, это достаточно приемлемо. То есть, приемлемо. А он говорит, а это молодежь даже и близко. А я слышу, ты сразу бросаешь трубку. Для того, чтобы, ну, показать за счет нас им развитие, правильное развитие, а не развитие в клубах или там. Это все должно быть, но это должно быть в правильной русле. Правильно должно быть. Вот и все. Примеры. Сколько примеров. Я вот очень много даю примеров
пацанам за счет больших спортсменов, да, там те же мотивационные какие-то все истории. Ты знаешь историю за боксера, который был бомжом и стал чемпионом мира? Как фамилия? Я, если честно, сейчас не вспомню. Вот есть прямо такой ролик мотивационный у него. Mm-mm. Действительно, это настоящая история. То есть я пацанам рассказываю, что нельзя руки опускать. У него не было ни родителей, ни друзей. Он сам по себе бомж. У него было только единственное, это золотой крестик. Он начал работать. Вместо того, чтобы быть там на еду, он пошел в зал. Потом и крестик, там, понятно, под мотивационный видос там ему сделали, конечно, там и донором был он только. Это настоящая история, он чемпионом мира стал. Чемпионом мира, представляешь? Никому не нужны пацаны. Сколько таких есть мотиваций, когда боксеры, эти баскетболисты без рук, без ног, ну, то есть занимаются спортом, футболисты. Сколько? Я своим пацанам говорю, ребят, у вас все хорошо. Ну, у вас есть поле, у вас есть тренера, у вас есть мячи. Я тренировался, когда мы у Лисосом тренировались, нам родители в лесу сбили с деревьев в ворота. Ну, типа, да, почистили, красиво сделали. Но это сделано своими руками, у нас не было синтетики. У вас все есть, но у них другие мотивации в жизни. Телефоны, гульки, девочки, эти сигареты, вот эти электронные айкосы, шмайкосы. То есть они понтуются не там, где нужно. Что будет с ними дальше? У них учеба проваленная, у них с этими локдаунами, с этой войной учеба. Ну, то есть о каком развитии мы говорим? О чем? Вот и все. И вот я думаю, такие вот маленькие истории с точки зрения спорта, вот твои именно, это крутая тема. Даже для этой молодежи, которая, мы все сбиты сейчас будем. Сейчас война скоро закончится, и мы из психологии работать. У нас психологов нету. Приедут пацаны с войны, кто с ними будет управлять? А они по шизе будут. И это, ну, они отработали такую колоссальную штуку. Или молодежь вот эта, которая будет с айкосом ходить и провоцировать, что ты тут рассказываешь военному. Ну, образно говоря. Я грустную тему задал. А я разбавлю ее третьим заключительным. Очень простой вопрос. Уже, я думаю, уже непростой, по-моему. Простой. И очень простой ответ. Ты знаешь все вопросы, да? Да? Честно. Звучит вот так. Ярослав Заворотный – это... Ну, я хотел сейчас как Златан Ибрагимович сказать, понял? Вот прям сдержался. Я должен сам себя оценить. Не оценить, а сказать, кто ты. Нет, это ты оцениваешь сам себя, кто ты. Ну, вот кто ты? Футболист, семьянин, отец, бизнесмен, космонавт, я не знаю, кто ты. А откуда ты знаешь? Видеошлем. Откуда ты знаешь? Все в точку именно, правильно. Да, дорогие телезрители, именно оно. Кто я? Человек. Это простой вопрос, на самом деле. Ничего, почему это простой? Ну, хорошо, ты можешь себя оценить? Я могу сказать, кто я? Я не люблю якать. Не люблю якать. То есть, в себе, да. Ну, не якай, я спросил. Ярослав, это, а ты три точки, и ты просто говори. Не якай, просто. Молодец. Это получается я. Не говори я слово. Продолжай, три точки. Давай сейчас визуально. Давай. Так, я не Ярослав зовут. Да. Давай обсуждать его. Давай. Этого голову мандаринового обсудим, из этого Ярика. Давай. Ох, он, конечно, он противный тип, реально. Так. Он реально противный. Ну, сколько ты его звал? Ярик этого. Вы знаете, у меня в гостях был, ну, кто не смотрел, ребята с большого футбола. Рустам Худжамов, Андрей Воробей, там, я не знаю, кого ты еще знаешь. Ну, там, много ребят. Столько, сколько я звал Ярика, столько, сколько я его ждал. Я ни одного не... С Рустамом Худжамом был рекорд. 4 месяца. С Яриком мы... Да, много. Ну, этот Ярик, честно, вот противный тип, согласен? Да. Реально противный. Вечно занятый. Не пообщаться с ним, ни нормально времени провести. Какой-то неприятный. В
Футбол он развивает, он, по-моему, разрушает, да, он что-то рассказывал в интервью. Вот я видел интервью, он тупо разрушает футбол. Ну, что это за тип вообще? Откуда он? Ничего не знаем за семью, да? Везде же закрыта вся информация. Или открыта? То, что ты рассказал и показал. В Фейсбуке есть чуть-чуть. Как же, он же с Фейсбука удалился. Кто надо такое сказал? Кто такое сказал? Молодец ты. Я удалялся. Нет. Сегодня заходил. Семенин. Отец, у которого сын и которому он в ответе за него. С большими целями, с большими препятствиями. И которого сломать будет очень тяжело. Я думаю, что можно, конечно, еще налепить много красивых и этих. Но этого, я думаю, достаточно для того, чтобы понять плюс-минус. По традиции конкурс. Сегодня у нас необычный приз, один из самых необычных призов, который был. Он не относится к футболу, он к футзалу или к пляжному футболу. Он относится к боксу. Почему бокс? Потому что Ярик очень любит бокс. Это один из его, если не самый любимый вид спорта, помимо футбола. Поэтому сегодня у нас приз — это боксерская капа, и это боксерские биточки. А вопрос звучит так. Сегодня в беседе Ярослав уже обмолвился о том, что он бы хотел в будущем, возможно, сняться в кино. Ему это нравится. Так вот, вопрос звучит так. Какая максимально комфортная роль подошла бы Ярославу? Вот какая максимально классная роль, в которой бы он гармонично смотрелся? Самый смешной, самый оригинальный ответ по традиции будет победителем. Мы с Ярославом выберем. И этот ответ, который станет победным, заберет вот эти два приза. Участвуйте. Сборная. 4 полевых и вратарь. Игроки, с кем вместе ты играл? Кого ты считаешь уровень? Да, это сейчас ты знаешь, как этот с лбами сталкиваешь. Лбами просто сталкиваешь. Я пойду по старой школе, чтобы молодежь не трогать. Это я сейчас сказал за свое поколение, молодежь, да, представляешь? Что это за тип? Пригласил одного. Я Мансурова возьму, оборону. Ты играл с ним? Против него. Угу. Я знаю, кто это. Да, многие знают, особенно старые. Не знаю, как человек, вроде как и говорили, что одни не очень отзывались, другие, наоборот, хорошо. Не мне решать, я его лично не знаю. Знаю по игре, видел его работоспособность, его вот эту вот настырность, да, этого достаточно, чтобы на нем строить оборону. Не знаю, как человек. Разыгрывающего надо поставить кого-то. Наверное, Шайтана ловил. С передачей он может это все сделать. Цвилых. Он постоянно забивал. Ну, в обороне. Ну, там Мансура, в принципе, уже есть, да, в команде. Нормально. И Эльдар. И все это разные краски. Эльдар, который может цепляться, он очень сильный на столба, который может, как и сам, решить вопрос, как может вкатить. В принципе, поэтому я думаю, где-то так. Ну, а вот так вот, если бы они вживую сыграли, они бы не сыграли. Это такое было бы, как кино бы, если честно. Кто о чем бы бегал бы? Реально. Ну, вот если взять именно, если убрать вот эти, чтобы они именно чисто именно по футболу, да, именно, вот именно, чтобы сыгранность. Я думаю, это как по мне. Вратарь. Ну, вот здесь я, наверное, запущу, наверное, Цыпуна. На сегодняшний день, твои главные футзальные достижения, футзальные, пляжные, неважно. Это могут быть не обязательно медали и кубки. Не обязательно, что это достижение. Ну вот, последнее то, что мы сейчас выиграли, это чемпионат Украины по пляжному футболу. Это за Гриффин мы выиграли. Потом какие? Ну, то есть именно если все топы, которые брать. Ну, самое первое, это, наверное, чемпионы Украины своего возраста, 7-го года рождения. Это школа. После того Универсиада была выиграна, потом большой промежуток был,
И потом, ну, неоднократно там выигрывали и по пляжному футболу Украины, Киева выигрывал неоднократно. Ну, так, металл чуть-чуть подсобирал, в принципе, сдать можно, как бы. Поэтому есть, что-то есть. Как бы с сыном сесть и сказать, вот, смотри, папка, как бы, а ты что? Как бы можно еще похвастаться, пока есть чем. Поэтому... Игра в Сысоевщину продолжается. Ярослав, тебе нужно выбрать один из вариантов задания, которое тебе придется сейчас или потом выполнить. Это возможность откупиться, но мы, это не для тебя вариант. А вот этот один из вариантов для тебя. Выбирай. То есть мы берем, да? Та не трави. Звонок, пранк. Старый, привет. Здорово, старый. Как дела у тебя? Ничего, помолили. Красавчик, ты не занят там? Да не, говори. Слышь, ну я уже после интервью с Димоном. Так, есть вопросик такой интересный с финансовой стороны. Есть команда «Голубая клубничка». А, хорошая команда, да. Пошел на. Который Заяц тренирует в Канаде? Да, да, да. Не, серьезно тебе говорю. Короче, есть вариант, понял, заработать. Просто название смешное, но косарик приезд. Вообще походить пешком. Это куда? Это на Маракане, там, где на гидропарке мы играем. Только маленькое поле там. Так это, не, так это не он играет, он говорит, что есть вариант. Так мы, я же говорю, мы не можем играть, мы же заиграем на Суперболе. А это не Маракан, это говорю, что на гидропарке игры есть. А-а-а, хуя себе, просто... только врата или полевые тоже? Ну ты в поле. Я, ты что, дурак что ли, или шо, блин? Стар. Послушай, голубая клубничка будет лететь аж бегом у нас, я тебя умоляю. Ну ты в поле пошпилишь, ну что такое, я тебя умоляю. Там у них вратарь есть просто, понял? Ебать, ебать, ты шо, блядь. Мне до старости лет, ты шо, в поле загнать, что голубой клубничек. Ладно, как прошло? Да, отлично все. Подожди, ну мне надо ответ просто дать. Я тебе сейчас, расскажу. Мне просто да, нет. Ну, то есть, старый, потому что вдвоем сыграем все на поле. Ты защитником, я в нападении. Все порешаем. Ты что, решил свой Влад Дефайлер сыграть или что, блядь? Ну, хорошо, ты нападение, я в защите поиграю. Я тебя умоляю. Ты очень активный, ты симпатичный Влад Дефайлер, да? Когда тебе надо это? Ну, мне надо... Ну, Димон, по-моему, мы сейчас собираемся, уже закончаешься. Просто, чтобы ответ дать. Просто старый, но мне название смущает. Тебя ничего не смущает, не? Да понятно, что смущает, блядь. Ты шо, блядь? Ну у них и форма такого цвета. Да не, братан, ну его нахуй такие расклады, ты шо, блядь. Братан, тысяча ни о чем. Ты шо, блядь, чтоб тебя потом, блядь, укололи за эту тысячу. Капец. Да там, короче, там среди каких-то, я не знаю, ребят, которые там снимают, ну то, что Димон там, вот эта структура, понял? Нет? Да я понял, что ты не хочешь мороженца, нет этого. Ну послушай, за Димона, потому что он тоже будет играть в голубой форме. Блин, хотя бы в какой день, блин, если на выходной сразу нет. Нет, а он сказал подстроиться. Ну что-то просто я тебе говорю, вопрос в том, что ты в поле будешь играть. Блядь, что ты пахнет не такой-то хуёй, блядь? Где-то ты меня наёбаешь, блядь? Чего? Не знаю, блядь. Слышь, а если я за полторушку договорюсь? Так, блядь, братан, давай я говорю, блядь, в чём где тренинг, блядь. Если за полторушку. Ты дурак или что, блядь?
Смотри, ну у них понял, короче, у них вообще в планах, ну как я понимаю, пойти весной в Реджо, в вышку. И там фотосессию, типа, нужно будет заделать. За нее говорят, что отдельно десятку каждому. Братан, ну тут я сомневаюсь, что это. Да нет, братан, ты что, в Легоне жилишь, блядь? Да я тебя умоляю, что там с фотосессией. Да нет, все заканчивается. Какой нахуй голубой огонек, блядь? Ебать, блядь, какая фотосессия? Ты хочешь, чтобы меня где-нибудь наверху там пристрелили, блядь, или что, блядь? Братан, ну мы никому не скажем. Это будет секрет. А не трави, я же тоже в теме. Ну не гони. Десятка, братан, десятка. Ну давай я пробью, может, 15. Не-не-не, да все, заканчивай, блядь, братан. Ты шо, блядь, бешал. Короче, я Димону говорю, отмена или что? Да конечно, блядь, ну ты шо, какой голубой огонек, блядь. А если название поменяю? На что, блядь? Не знаю, карты, деньги, два ствола. Или револьвер, там, не знаю, АК револьвер, да, а? Да, именно револьвер, блядь. Ой, блядь. Ну, посмешил, ладно, хорошо. Уговорил, блядь. Хоть поднял настроение, спасибо. Короче, минус, да? Да, конечно, блядь, ну ничего не, блядь. Братан, ну десятку не трави. Да ну, блядь, ну все, ну заканчивай. Ну, серьезно, давай серьезно. Блядь, хоры, блядь, меня тут, блядь, этот, в приколы вгонять, блядь. Ладно. Давай, я сейчас тогда, конечно, наберу тебя, я сейчас с Димоном тебя попрощаю. Давай, давай, давай. Бабки, конечно, бабки не нужны, да? Я один просто не пойду. Что? Ну, я один не пойду, да я сказал, что я, если что, могу тебя потащить за собой. Не-не-не. Димон говорит, вообще огонь, класс, хоть втроем будем там. Просто неизвестно, что остальная за команда там, ну. Чего это? Ну, где ты, где команда «Голубой огонек»? Я прикидываю, если тебе, блядь, какой-то полторунтель пошло предложили за «Голубой огонек», блядь. Ты сейчас слышишь про себя, братан, блядь? У тебя сын растет, блядь. Что ты будешь ему потом рассказывать? У тебя папа играл за «Голубой огонек», блядь? Братан, смотри, я вот сейчас в интернете пробил, оказывается, знаешь, что это? Это интернет-магазин «Интим». Ну. Ты представляешь? Это еще раз. «Голубой огонек»? Братан, послушай, какая разница, какой он там, голубой, не голубой. Главное, чтобы бабки плати. Так, короче, блядь. Ай, бля, я, блядь, просто на работе, блядь, я не могу сильно угорать, блядь, не пойму, блядь. Но «Голубой огонек» — это сильно, конечно. Так, все, проехали, блядь. Что, у тебя нормально все? Скажи. Да, да, да. Или будет миллион просмотров? Не знаю. После, вот я сказал, что после «Голубого огонька» было бы больше просмотров. Ладно, Станик, я тебя наберу тогда, Станик. Давай, давай, обнял. Давай. Да.